Раз, раз.
Thank you.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы напомнить вам, что в феврале месяце 2022 года исполнилось 90 лет со дня рождения профессора Грязнова Владимира Николаевича, первого руководителя Центральной научно-исследовательской лаборатории нашего вуза и многолетнего заведующего кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии. Этому событию оно внесено официально в перечень юбилейных дат 2022 года в календаре нашего вуза. Этому событию посвящено несколько мероприятий, мы планировали. Первое. Первое событие – это открытие выставки, которое состоялось 10 февраля. В нашем вузе происходили. Выносил на заседание партийного комитета такие острые деловые вопросы. Вот. Был беспощаден к людям, которые нарушали дисциплину, которые не только трудовую, но и партийную дисциплину. Вот. Всегда имел свое мнение, и это мнение высказывал напрямую любому человеку, с которым он был согласен или не согласен. Вот. Ну, я, конечно, могу говорить много, но иногда вот такие воспоминания, они, может быть, дополняют картину, которую можно представить об этом человеке. Ну, я помню, еще был молодым членом партии, Владимир Николаевич был до этого, до партийного руководства вузом, еще и секретарем бюро партии лечебного факультета. Ну и помню, кто-то ко мне подошел, говорит, тебе надо выступить на партийном собрании лечебного факультета. Ну, я тогда был тоже в комсомоле, но не секретарем комитета комсомола, просто. Вот, ну, я сел, помню, написал речь, все там, как положено, как нас учили в комсомоле. Вот, ну, подхожу к нам, Николаевич, говорю, Владимир Николаевич, ну, я вот тут написал, может, посмотрите. Он говорит, да ты что мне делать, что ли, нечего? Вот что ты хочешь сказать, то и говори. Я проверять тебя не буду, выступать так, как ты считаешь нужным. Ну, я так немножко, так говорю, да боязно, как Владимир Николаевич. Вдруг не то скажу, ничего, говорит, привыкай. Вот такой он был. Он был прямолинейным человеком и действительно всегда говорил и вел себя так, как считал нужным. Вот. Ну, это не значит, что он был там, кажется, каким-то непредсказуемым человеком. Нет, он был просто прямолинейным человеком. Вот. Ну и, конечно, Владимир Николаевич как тоже запомнился мне как ученый, как практик. Вот он всегда что-то хотел дать своим ученикам. Вот. Ну, один из учеников у него был, сидящий здесь рядом, профессор Чередников Евгений Федорович. Я помню, где-то в 90-х годах я стал проректором по социально-экономическим вопросам. И вот Владимир Николаевич меня просто, кажется, затерроризировал, когда он меня видел, говорит, когда мы купим Чередникову лапароскопическую установку. Я говорю, да, Владимир Николаевич, ну, ты представляешь, у него такая будет диссертация, он потом на этой установке создаст целую школу. Вот, соответственно, кто пойдет после него в этом научном направлении. Вот, ну, там пришлось взять карандаш, ручку, сказать, что Владимир Николаевич, деньги немалые и так далее. Вот, но вот он всегда, да я помню, Александр Васильевич, когда тоже попал на кафедру, вот, при мне этот был разговор, и он ему такую диссертацию, помню, первоначально нарисовал, ну, которую, наверное, мог справиться целый научно-исследовательский институт. Вот, потому что я помню, какие-то были там такие технические манипуляции, которые в наших условиях было
выполнить трудно. Но это говорило о том, что Владимир Николаевич, конечно, такой человек был полета высокого, вот, таких широких научных интересов. Вот. Ну и, конечно, он все-таки, ну, возьмите, все, кто у него работал, кто вот под его руководством, ну, служил, я бы так сказал. Вот все-таки все люди вышли достаточно авторитетными людьми. Ну, Евгений Федорович, вот, пожалуйста, заведующий кафедрой, был и деканом факультета, Александр Васильевич, вот. Ну, я считаю, тоже в какой-то степени я его ученик. Да, я не прямой его ученик, я не занимался вопросами экспериментальной клинической хирургии, но я его ученик, как человек, который вот, ну, у него брал примеры в жизни, как вести себя, как спрашивать с людей, как отвечать за порученное дело. Вот. И я тоже считаю, что вот, Владимир Николаевич, кажется, внес свою лепту, ну, вот, формирование меня как личности, да и многих вот, комсомольцев, которые в свое время были в комитете комсомола и которые, конечно, видели его выступление, отношение к делу. И в этом отношении он, конечно, был примером для, ну, и профессорско-преподавательского состава, ну и для студентов, для молодежи в целом. Поэтому, конечно, я даже помню очень хорошо, это был 94-й год, когда Владимир Николаевич ушел из жизни. Мы тогда с Анатолием Степановичем ездили, помню, в Германию, знакомились с опытом страховой медицины, ну, это было тогда вот, достаточно широко распространено, знакомиться с зарубежным опытом. И вот помню, как раз Владимир Николаевич в этот период умер, и мы приехали фактически на его похороны. И было, конечно, очень горько, обидно осознавать, что человек, ну, еще в таком, ну, достаточно вот, работоспособном возрасте ушел из жизни, вот, и его с нами нету. Ну и я хотел бы вот подчеркнуть, что все-таки Владимир Николаевич, он тоже, я помню, он пришел на кафедру после руководства Центральной научно-исследовательской лаборатории. Вот, а возьмите тоже в Центральной научно-исследовательской лаборатории, кто его коллеги, с кем он работал, и которые вот входили в этот пул его интересов. Вая Николаевна Немых стала заместителем секретаря партийного комитета и долгое время работала вот в этой должности. Александр Николаевич Пашков, вот, мы его все хорошо знаем, до сих пор заведующий кафедрой. Вот, да и другие люди, мы их тоже помним, знаем, которые были вот, воспитаны Владимиром Николаевичем и в том коллективе, который он возглавлял. Ну и когда он стал заведующим кафедрой оперативной хирургии, вот, все-таки он тоже много сделал для авторитета этой кафедры, для вот, ее такой сплоченности. Вот. И я благодарен Александру Васильевичу, что он не забывает своих учителей. И вот, несмотря на большую, конечно, административную загруженность вот, в прошлом, вот, Александр Васильевич тоже не потерял интерес и к оперативной хирургии. Сегодня оперативная хирургия, ну, не потеряла ни своего авторитета, ни своего значения в образовательном процессе формирования, конечно, врачей, вот, хирургов, специалистов. Так что, уважаемые друзья, я думаю, что Владимир Николаевич Грязнов – это человек с большой буквы, это человек, который внес большой, огромный вклад в развитие нашего вуза, в подготовку специалистов, формирование профессорского педагогического состава нашего университета. И, конечно, его имя, оно будет всегда вписано вот в летопись истории нашего университета. Спасибо. Спасибо. Ну, позвольте мне, там сейчас ко мне должен прийти.
Далее, уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию доклад от нашей кафедры, посвященный, конечно, автобиографическим данным Владимира Николаевича Грязнова, вклад его в развитие Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко. Пожалуйста, презентацию. Спасибо. Владимир Николаевич Грязнов родился 10 февраля 1932 года в совхозе «Коммунар» Кантемировского района Воронежской области. Отец его в 1942 году погиб на фронте, а мама работала учителем в школе. И это, конечно, дало свои плоды. Владимир Николаевич всегда был очень грамотным человеком. Я могу сказать, что на кафедре до настоящего времени мы храним словарь ударений, который остался на память от Владимира Николаевича, и он им широко пользовался. В 1950 году Владимир Николаевич окончил Терновскую среднюю школу Воронежской области и поступил в Воронежский государственный медицинский институт на лечебный факультет. В студенческие годы он хорошо учился, активно участвовал в общественной жизни вуза, занимался даже художественной самодеятельностью. После окончания вуза в 1956-1958 году работал хирургом, заведующим хирургическим отделением, заместителем главного врача Голосновской районной больницы Воронежской области. Насколько я понял, ныне это территория Семилукского района. Тогда же он вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза. В 1958 году Владимир Николаевич поступил в аспирантуру при кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии нашего вуза, по окончании которой в 1961 году распоряжение Минздрава РСФСР был направлен во Владивостокский медицинский институт, где работал ассистентом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии по 1963 год. За этот небольшой промежуток времени он подготовил к защите кандидатскую диссертацию, получил высокую оценку своей деятельности и был даже избран в состав партбюро института. В 1963 году, летом, Владимир Николаевич возвращается в Воронеж и был назначен первым заведующим Центральной научно-исследовательской лаборатории нашего вуза, нового структурного подразделения, перед которым была поставлена задача оказания всесторонней помощи клиническим и теоретическим кафедрам института в проведении научно-исследовательских работ, связанных с постановкой экспериментов на животных, а также подготовка научно-педагогических кадров для вуза. Вот здесь вы, ну, на этом слайде... Я хотел показать автобиографию, это из личного дела, написано рукой Владимира Николаевича, видите, 26 июля 1963 года при трудоустройстве как раз вот на эту должность. В октябре 1963 года Владимир Николаевич в Рязанском медицинском институте имени Павлова успешно защитил кандидатскую диссертацию о резекции экстракардиальных нервных сплетений, экспериментальные исследования. Надо сказать, что изначально ЦНИИЛ, Центральная научно-исследовательская лаборатория, занимала всего одну комнату в главном корпусе института при кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, а отдельные группы сотрудников размещались на базах различных клинических и теоретических кафедр. Штат лаборатории составлял порядка 48 человек. В дальнейшем Владимир Николаевич провел очень большую работу по улучшению организации деятельности лаборатории, укомплектованию ее квалифицированными кадрами, оснащению современным оборудованием. И в 1965 году ЦНИЛ получил вот это двухэтажное здание площадью более 400 метров квадратных по адресу Студенческая, 8. Теперь на этом месте стоит новый учебно-лабораторный корпус университета. Было много вложено трудов, в том числе силами сотрудников ЦНИЛ. Вот на субботнике вы видите здесь сигареты и Владимир Николаевич, и старший научный сотрудник Петров. Вот. Поэтапно были приобретены далее такие современные на тот период приборы, как электронный микроскоп, ультрамитротом, аппарат искусственного кровообращения, четырехканальный реограф, усилитель биопотенциалов, анализатор ферментной активности, спектрофотометр SF-16, шестиканальный электрокардиограф, аппарат фермент-1, рефрижераторные центрифуги, ну и так далее, и так далее. Вот вы видите сотрудников ЦНИЛ в 1970 году, насколько до меня дошли сведения. В этот период ЦНИЛ было создано сначала 6, потом 8 отделов, а штат лаборатории постепенно увеличился до 72 человек. Здесь Владимир Николаевич в своем рабочем кабинете, вы видите на календаре 1972 год, здесь он обсуждает научные проблемы с Анатолием Тихоновичем Петровым. Такая концентрация в лаборатории современного оборудования большого числа высококвалифицированных кадров позволила производить на высоком уровне научно-исследовательские работы по важнейшим проблемам медицины, оказывать помощь клиницистам в моделировании различных патологических состояний. В результате за период до 1977 года на базе ЦНИЛ было подготовлено 20 докторских, 87 кандидатских диссертаций. Даже по нынешним вообще временам это потрясающие цифры. В том числе 4 кандидатские диссертации под руководством Владимира Николаевича Грязнова, среди них диссертация Александра Николаевича Пашкова.
И в 1971 году докторская диссертация самого Владимира Николаевича «Сужение левого предсердно-желудочного отверстия. Экспериментальные исследования». В этой работе, вот Владимир Николаевич как раз в операционной их ценил, в этой работе сужение левого предсердно-желудочного отверстия проводилось лигатурным способом, после чего в условиях острого и хронического эксперимента на собаках с использованием самых современных методов исследования для того времени изучались функциональные и морфологические изменения в организме животных в связи с воспроизводимым пороком сердца. В течение всего периода своей работы в ЦНИЛ Владимир Николаевич никогда не терял связи с родной для него кафедрой оперативной хирургии и паралитической анатомии, где он постоянно по совместительству работал ассистентом кафедры. А заведующая кафедрой профессор Лаврова Татьяна Федоровна руководила выполняемыми кандидатской и докторской диссертациями. В результате, когда в 1977 году Татьяна Федоровна решила уйти с заведования кафедрой, вполне закономерно, что заведующим кафедрой оперативной хирургии был избран Владимир Николаевич Грязнов. Уже вот на этом снимке вы видите легендарный, на мой взгляд, состав кафедры. Видимо, это конец 70-х, где-то начало 80-х годов. И в 81-м году ему было присвоено звание профессора по этой кафедре. И кафедрой оперативной хирургии и стопароведческой анатомии Владимир Николаевич заведовал до 1994 года, до последних дней своей жизни. Работая на кафедре, Владимир Николаевич прежде всего заботился об улучшении организации учебного процесса. В этот период на кафедре занимались не только студенты лечебного, педиатрического, стоматологического факультета, факультета иностранных студентов, но и клинический ординатор, интерны хирургического профиля. Под руководством Владимира Николаевича был разработан внедрен тестовый контроль приобретенных знаний студентами, составлены новые методические пособия для преподавателей, студентов, клинических ординаторов и интернов, изготовлено более 1000 слайдов по всем разделам предмета. Широкое внедрение в учебный процесс получили различные технические средства обучения. В частности, сотрудниками кафедры были разработаны и созданы несколько оригинальных учебных тренажеров, хирургический инструментарий, коллатеральное кровоснабжение верхней и нижней конечностей, пути распространения эксудата в брюшной полости, голотопии внутренних органов, скелетопии внутренних органов. Демонстрация этих тренажеров на различных форумах всегда вызывала очень большой интерес, но дело даже не в этом. Эти все тренажеры используются в учебном процессе до настоящего времени, то есть более 40 лет. Также на кафедре получила свое распространение передвижная телевидеоустановка, для которой сотрудники создали более 10 учебных видеофильмов, получивших тоже высокие оценки и дипломы на различных выставках, форумах. Здесь Владимир Николаевич, видите, на лекции со студентами физкульт-паузу проводит. Прекрасно читал лекции для студентов всех факультетов, причем эти лекции обязательно имели прикладной характер, были насыщены многочисленными клиническими примерами и хорошо иллюстрированы оригинальными слайдами. Кроме того, Владимир Николаевич постоянно вел занятия, практические занятия со студентами одной-двух групп, которые выбирались наугад. Я тому свидетель, но в результате Владимир Николаевич всегда говорил, что ему в очередной раз повезло с этой группой. А все дело было в том, по сути, что он умел вызвать интерес у студентов к изучению предмета, вовлекал их в образовательный процесс, что и давало, конечно, положительный результат. Научные труды. Ну, вот здесь кафедра представлена как раз в конце 80-х годов. Вы видите Евгения Федоровича Чередникова рядом со мной. Научные труды кафедры в тот период были сначала посвящены изучению прикладных особенностей типовой анатомии человека, применительно к передней брюшной стенке, органам образования грудной и брюшной полости. По этому направлению исследований под руководством Грязнова были защищены кандидатские диссертации Любых Евгений Николаевич, 1985 год. Посвящена диссертация была морфофункциональному подходу к лечению пупочных грыж у женщин. И еще кандидатская диссертация Николая Алексеевича Огнерубова, 1987 год, посвященная хирургической анатомии пищеводно-диафрагмально-кардиальной зоны в норме патологии. В последующие годы научные труды кафедры приобрели клинико-экспериментальный характер и были посвящены главным образом разработке различных направлений применения в медицине так называемых гидрофильных гранулированных сорбентов. По этой тематике под руководством Николаевича Грязнова были защищены 5 кандидатских диссертаций. Евгений Федорович Чередников, 1987 год, Черных, 1989 год, Михайлов, 1992 год, Битюкова, 1995, Соловьева, 1997. И одна докторская Черных, 1999 год, уже после ухода из жизни Владимира Николаевича. Было опубликовано более 250 печатных работ, в том числе одна монография на этом слайде. Получено 6 авторских свидетельств на изобретение, 2 патента, 2 РАЦ-предложения отраслевого значения. В этих работах были изучены, применены реперативные, гемостатические и другие свойства указанных препаратов, созданы оригинальные дренирующие устройства и повязки. А результаты исследований нашли свое применение в торакальной, абдоминальной, гнойной хирургии, офтальмологии, гинекологии, дерматовенерологии.
Определенные итоги данного отправления научной деятельности кафедры были подведены Владимиром Николаевичем в 1991 году на торжественном заседании ученого совета института, где он выступил с актовой речью «Современные аспекты использования гелевых сорбентов в хирургии, в медицине». В целом, надо сказать, что Владимир Николаевич Грязнов был очень увлечен научной работой, вникал во все ее нюансы, генерировал много научных идей и буквально заражал своих учеников этими идеями, за что, конечно, все мы им очень благодарны. Некоторые свои идеи Владимир Николаевич почерпал, наверное, в научных форумах. И вот здесь как раз, допустим, один из таких форумов, 1981 год, съезд анатомов, гистологов, эмбриологов в городе Минск. Здесь вы видите Татьяну Федоровну Лаврову, профессоров Дробышева, Шлыкова, старшего научного сотрудника Петрова, доцента Шмелева. Большую помощь в выполнении научных исследований на кафедре в ту пору оказывали члены студенческого научного кружка кафедры, неоднократно отмечены различными грамотами и дипломами. Вот даже если взять снимок, здесь как минимум два доктора наук, допустим, Ходорковский, Огнерубов, где-то порядка пяти кандидатов наук, как минимум. Всегда Владимир Николаевич лично присутствовал на заседаниях кружка и особенно относился трепетно к итоговому заседанию кружка, на котором обычно в конце учебного года в неформальной дружеской обстановке вручались различные подарки, сувениры. Наверное, не случайно, вот в силу такого отношения, что из недр этого кружка в бытность Владимира Николаевича Грязнова вышли будущие доктора медицинских наук Огнерубов, Ходорковский, Кирикова, Малеев, кандидаты медицинских наук Сидоров, Поляков, Михайлов, Соловьев, Бондаренко, Якушева, Пискова и многие-многие другие хорошие специалисты. Серьезное внимание Владимир Николаевич Грязнов уделял общественной работе, в которой он умело проявлял свои лидерские, наставнические, патриотические качества и всегда занимал твердую гражданскую позицию. Благодаря этому он неоднократно избирался секретарем партийной организации лечебного факультета, о чем вот Игорь Эдуардович недавно сказал, и членом парткома, а в 1983 году, 1987 году он был секретарем партийной организации института, что по тем временам освидетельствовало о его огромном просто заслуженном авторитете в ВУЗе, по сути, был по рейтингу человеком номер два в нашем ВУЗе. Вот на этом снимке вы видите его рядом с Фаустовым, ректором, рядом с Игорем Эдуардовичем Исауленко, секретарем комсомольской организации, и сотрудники военной кафедры. Видимо, это связано с отправкой вот этих всех студентов на военфак в Нижний Новгород. Сейчас, Виктория Викторовна. Мы вам дадим потом. А вот этот снимок, смотрите, еще интереснее. Это отчет на перевыборной комсомольской конференции, видимо. Здесь Владимир Николаевич в окружении. Справа от него Игорь Эдуардович Исауленко, секретарь комитета комсомола. Слева от него будущая заведующая кафедрой ОЗД Лавлинская. Между Владимиром Николаевичем и Игорем Эдуардовичем, посмотрите, сзади, Петр Евгеньевич Чесноков, будущий директор фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области и проректор. А слева от Лавлинской доцент Кальниченко или РЭПа. Вот. То есть, конечно, и партийная организация, и комсомольская организация всегда были кузницей кадров. Всегда Владимир Николаевич участвовал, естественно, в различных демонстрациях. Вот это первомайская демонстрация вместе с Фаустовым и Лившицем, старшим научным сотрудником. Это ноябрьская демонстрация с Мариной Ивановной Озеровой. Вот это, посмотрите, тоже интересный снимок, прием присяги. Это 1987 год, студентов в лагерях. И посмотрите, с автоматом на трибуне стоит нынешний заведующий кафедрой нормальной физиологии Дорохов Евгений Владимирович. Ну, а Владимир Николаевич от партийной организации, Резников, как от ректората, принимали присягу у студентов. Кроме того, Владимир Николаевич Грязнов был членом правления, естественно, Воронежских отделений научно-практических обществ хирургов, анатомов, гистологов, эмбриологов, членом цикловых проблемных комиссий. За свою работу в нашем ВУЗе Владимир Николаевич был награжден медалью за доблестный труд, знаком победителя социалистического соревнования, почетными грамотами, имел благодарности Минздрава и Института. Ну, лично я считаю Владимира Николаевича, конечно, одним из своих главных учителей во взрослой жизни, причем во многих отношениях, в отношении к делу, к организации учебной, научной работы и, в принципе, к руководящей деятельности. Вот для себя один из принципов руководства по Грязнову я называю так, личным примером. То есть Владимир Николаевич Грязнов не стеснялся любого вида полезной работы и отдыха и всегда показывал личный пример. И в спорте, вот здесь вот на базе отдыха, в медике. И соревнования руководящих сотрудников вузов по лыжам, 1987 год. И вот здесь встреча выпускников в 1971 год. Еще не могу не сказать, конечно, об одной важной стороне жизни
это семейная жизнь. Владимир Николаевич Горизнов всегда тоже был для нас по-настоящему примером в этом отношении, поскольку был прекрасным семьянином. Ну, вот здесь они с Евгенией Николаевной Грязновой, прекрасная пара, конечно. Евгения Николаевна всегда всех нас принимала под свое крыло, и если бы не она, то многие из нас бы просто не сдали бы кандидатский экзамен по иностранному языку, защищая кандидатскую диссертацию. Здесь вы видите семейные фотографии Владимир Николаевич, рядом с ним Евгения Николаевна, в первом ряду слева это мама Владимира Николаевича, которая, конечно, много вложила. И в нижнем ряду старший сын Юра, Дмитрий тогда еще, наверное, не было. Вот. А вот этот Дмитрий как раз на руках у Владимира Николаевича. Я хотел бы сказать в завершение, что в настоящее время все сотрудники хирургических кафедр морфологического профиля, сотрудники НИИ экспериментальной биологии и медицины, которые являются преемниками ЦНИЛ, соратники, многочисленные ученики Владимира Николаевича, конечно, бережно сохраняют память о нем, продолжают разрабатывать начатые им научные направления, использовать те подходы к учебной и научно-воспитательной работе, которые были им заложены. Вот этот снимок, конечно, он не последний, не из последних, но мне он очень понравился, потому что здесь Владимир Николаевич настоящий, искренний, мог быть и веселым, и озорным, и строгим, и увлеченным. Вот поэтому мне лично эта фотография очень понравилась. Благодарю вас за внимание. Думаю, что Владимир Николаевич, конечно, достоин того, чтобы мы его вспомнили, потому что внес серьезный вклад в развитие нашего вуза. Спасибо. Далее позвольте приступить к научной проблематике, и мы постарались ее составить в том порядке, в порядке как бы увлечений Владимира Николаевича научной работой. Кандидатская и докторская диссертация Владимира Николаевича были посвящены вопросам кардиохирургии, поэтому следующий доклад – это вклад Владимира Николаевича Грязнова в становление сердечно-сосудистой хирургии, истоки, современные подходы. Сделает этот доклад, что для нас, конечно, чрезвычайно приятно, сын Владимира Николаевича Дмитрий Владимирович Грязнов, доцент кафедры специализированных хирургических дисциплин и действующий кардиохирург. Да, конечно. Пожалуйста, Дмитрий Владимирович. Глубоко уважаемый Александр Васильевич, глубоко уважаемые коллеги. Я что-то думал, что мой доклад будет финальный, но совершенно не принципиально. Вклад Владимира Николаевича в становление сосудистой хирургии. А почему он сам переключает? Ну ладно, сейчас разберусь. В отношении, воронежской истории сердечно-сосудистой хирургии, конечно, и Петр Иванович, я ничего не делаю. Сейчас, может быть. Может быть, вот это нажимаем. Мышку, если не трогать. Так я вроде, хорошо, вот совсем ничего не трогаю. Может, она вибрирует просто. В отношении истории становления сердечно-сосудистой хирургии в Воронежской области я не скажу много слов. Безусловно, и Петр Иванович здесь присутствующий, и многие-многие другие имеют важнейшее отношение. Но Сергей Алексеевич Ковалев создал альбом, да, энциклопедия воронежских имен сердечно-сосудистой хирургии, где не забыл, я думаю, никого. Я хотел в этом докладе провести некоторые параллели между той наукой, которую делал Владимир Николаевич, и тем, чем занимаются сердечно-сосудистые хирурги сейчас и какие перспективы сердечно-сосудистой хирургии имеются у нас дальше. Что касается кандидатской диссертации, резекция экстракардиальных нервных сплетений. Да, этот слайд, наверное, должен был быть перед тем. Я просто хотел продемонстрировать. Вот нашел те раз предложения и патенты, которые были. Левая часть, процентов, я бы сказал, 35-40, это все-таки сердечно-сосудистая хирургия. Дальше преподавание и гелевые сорбенты в основном, плюс все ответвления, которые были перечислены Александром Васильевичем. Говоря об операциях по резекции вегетативных нервных сплетений или автономных нервных сплетений, я чуть последил историю. В истории два француза, Рене Лериш и Рене Фонтейн, которые, собственно говоря, и считаются там одними из основоположников всех хирургических манипуляций, в том числе по резекции вегетативных нервных сплетений при кардиальной патологии.
потом и Ионеску, и операция Ионеску. Я думаю, что моему поколению старшему хирургов еще это знакомо. Ну и отечественные ученые, которые внедряли эти методики и занимались этим. Это Левит и Федоров. В кандидатской диссертации Владимир Николаевич рассматриваются варианты, какие уже существовали хирургические резекции симпатических и парасимпатических нервных узлов. В том числе вы видите шейно-грудная симпатэктомия по Ионеску, резекция верхнего симпатического узла, депрессоротомия, резекция нижней половины верхнего шейного симпатического узла с депрессоротомией и сечением нисходящей ветви подъязычного нерва. Операция, которую делали Риш, это экстирпация звездчатого узла, шейная симпатэктомия с периартериальной симпатэктомией сонной позвоночной артерии. Сначала у меня возник вопрос. Вот, Денис Юрьевич, скажи мне, пожалуйста, ты видишь преаортальное нервное сплетение, когда подходишь к аорте? Я тоже. Петр Иванович, мы не видим их, они невидимые, без специфических окрасок. Мы удаляем скопление соединительной ткани, не более того при этой операции. Я расцениваю это так. Как в тех условиях их визуализировали, весьма сложный вопрос, но в моем представлении это просто настолько четкое знание анатомических взаимоотношений, топографов анатомических, которые сейчас нам недоступны. Эти операции ушли. Можно сказать, что эти операции были замещены операциями прямой реваскуляризации. Да, столько лет труда, и все напрасно. Нет, на самом деле нет. И второй путь, вот мне не сразу удалось понять, как это все происходит. Второй путь получился в 1931 году, когда эти операции перешли в область аритмологии. И современные аритмологические вмешательства, радиочастотная, криоабляция, устьев легочных вен и подобные, получили начало после длительного ряда экспериментальных работ, которые вышли на клиническое применение в конце 60-х годов. То есть все операции на автономной нервной системе, далее после появления операции прямой леваскуляризации, то есть сначала коронарного шунтирования, затем и эндоваскулярных вмешательств, переместились в область поиска лечения аритмии, поиска вариантов лечения аритмии, экстрасистолии, фибрилляции предсердий. Ну и вот настоящее уже хирургическое внедрение этих операций получила место благодаря более чем 15-летним экспериментальным работам Джеймса Кокса, который создал 4 поколения своих собственных операций, и которые включают в том числе воздействие на вегетативные, на вегетативные узлы, в частности, рассечение сухожилия Маршалла, тоже совершенно не знал. Я знал, что это надо делать, но я не понимал, что изначально рассматривалось и до сих пор относится как раз к этапу, воздействующему на вегетативную нервную систему. Это, собственно, это один маленький этап этой большой многокомпонентной операции. В современной литературе это направление точно так же присутствует. Причем вот это не какая-то прицельная выборка, это случайно найденные мной работы. Модуляция автономной нервной системы при сердечно-сосудистых заболеваниях, Лос-Анджелес. Прошлое и настоящее автономной иннервации сердца и его функции, Нидерланды. Японцы вместе с американцами рассматривают довольно большой пласт проблем, связанных с деиннервацией сердца после трансплантации. Да, сердце будет работать без каких-либо вегетативных сплетений, но оно будет работать не совсем качественно. В общем, тема жива, тема развивается, она просто вышла совершенно на другой уровень и ушла в область гибридных операций, эндоваскулярных вмешательств. Иллюстрация – это чисто вмешательство на вегетативной нервной системе, спиртовая абляция связки Маршалла и спиртовая абляция вены Маршалла. 2009 год, впервые на человеке. Также эти вмешательства имеют варианты с тороковидеоскопическим доступом и с роботизированным доступом. Вторая часть диссертации на соискание ученого степени доктора медицинских наук
посвященная митральному клапану. Попытаюсь тоже провести некоторые параллели в связи с тем, что, собственно, сам я так сложилось. Я, наверное, даже и не знал название диссертации Владимира Николаевича, когда я вот стал кардиохирургом. Может быть, я просто не помнил. Ну, конечно, я знать не знал, что я займусь именно митральным клапаном, когда я стал сердечно-сосудистым хирургом. Вот сейчас так сложилось, что именно это основная область моих интересов. Понял. Конечно, глядя на докторскую, поражаешься, благодаря Александру Анатольевичу Глухову, я знаю, что такое экспериментальная работа. Она и в начале 2000-х или в конце 90-х. В конце 90-х была-то достаточно сложно организуемая. Я представляю, как это было тогда. Это методика моделирования митрального стеноза. Сверху эхокардиограф, который использовали у собак. И это достижение для того времени. Вот посмотрите, методы исследования. ЭКГ, фонокардиограмма, электроманометрия левых и правых отделов сердца. Это делают сейчас при зондировании сердца у детей. Эхокардиография и эзофагоатриография. То есть, я так понимаю, что эзофагоатриография – это прямой шаг к чреспищеводной эхокардиографии, которая сейчас является стандартом, да и то только в крупных центрах, для оценки функций клапанов сердца. Что касается того, что прошло с годами, что удалось сделать здесь, в нашей кардиохирургии. Даже мне довелось сделать несколько штук, 8-10 комиссуротомии. Я застал это время. И, конечно, даже вот когда я пришел в сердечно-сосудистую хирургию, было видно, как это все пробивалось и сколько ложных путей выбиралось. То есть, как некий такой рой, или как это называется, поток муравьев в разных направлениях. Кто-то отпадал, а кто-то шел по нужной дорожке через эти дебри. Вот так и появлялась правильная линия введения сердечно-сосудистых пациентов. К сожалению, довольно с большим поначалу количеством потерь, когда я пришел еще на работу, летальность, вот когда только начинали делать клапан вместе с шунтированием или просто коронарное шунтирование, она достигала, 50%. Вот, конечно, основной объем операций на клапанах сердца в течение многих лет состоял в их протезировании, в их замене на механические и биологические клапаны. Направления, связанные с митральной патологией, вышли на другой уровень. Наверное, придется мне опускать, не работает ссылка. Сейчас прошу прощения. А я найду. Ага. Я просто хотел в несколько секунд продемонстрировать те вмешательства, которые мы освоили. Это операция, которая стала доступна нам в течение последнего десятилетия. Реконструкция митрального клапана с протезированием хорд. Один из этапов этой операции – это обшивание фиброзного кольца митрального клапана для дальнейшей его конфигурации. Второй этап этой операции – это создание искусственных хорд взамен удлиненных или оторванных из политетрафторэтиленовых нитей. Не таких уж маленьких, кстати. Выглядит это таким образом. Конечно, не получится все это демонстрировать. В общем-то, и весь подход к этим операциям получился у нас благодаря широкому обмену, большому контакту, большому количеству поездок, в том числе и в зарубежные страны. Итак, таким образом, может быть, не совсем понятно, формируются новые хорды, идущие к папиллярным мышцам. Они подшиваются к папиллярным мышцам и к необходимым местам пролоббирующих створок. После чего производится гидравлическая проба, герметично ли работает клапан. Конечно, это все несколько дольше и сложнее, чем выглядит. И после чего выполняется контрольная чреспищеводная эхокардиография. Дома работало все прямо из презентации, но придется так. О перспективах хирургии митрального клапана, которые, в общем-то, мы собираемся внедрять, которые доступны, если, конечно, неизвестно, что будет с возможностью финансовой обеспечения всех этих. Одно из – это торако-видеоскопические вмешательства. У нас эндоскопическая операционная, как же мне звук выключить?
The mitral valve is composed of a front portion, known as the anterior leaflet, and a back portion, known as the your posterior. Смысл использования торак-видеоскопических методик с роботизированным или без, это уже не так принципиально ассистом. Для даже лучшей визуализации левого предсердия створок митрального клапана и для соблюдения определенных мини-инвазивных принципов для того, чтобы травма организма была меньше. Сложности видеоэндоскопической медицины в сердечно-сосудистой хирургии заключаются в том, что она требует искусственного кровообращения, поэтому искусственное кровообращение – это анимация. В этой ситуации делается дистанционно через бедренные или через бедренные и югулярные артерии. Доступ к митральному клапану мы поработали на этих операциях, в том числе и в Воронеже, идеальный. Его видно гораздо лучше, чем при открытых операциях. Следующее, что планируется внедрить в хирургии митрального клапана, это методики гибридные и методики эндоваскулярные. Одна из них... Опять звук сейчас пойдет, нет. Одна из них – это катетерное протезирование хорд митрального клапана, наиболее сложное, но доступное, выполняемое в России. И раз уж наши хирурги, эндоваскулярные хирурги освоили методики катетерного биопротезирования артального клапана, они просто обязаны будут применять и подобные методики. Кстати, не запредельно дорогостоящие. Смысл операции в том, что протезная хорда анкерится эндоваскулярным и трансцептальным доступом к папиллярной мышце. И вторая ее часть закрепляется к необходимой зоне створки. Можно ли сделать реконструкцию митрального клапана таким образом хорошо? Я сейчас скажу нет. Но мы также говорили про методику ТАВИ, про методику катетерного протезирования артального клапана. Когда этот метод только появился, мы говорили, это невозможно, это не будет работать, ничего хорошего из этого не выйдет. На сегодня это рутинная методика, и все получается очень неплохо. Так, в этом принцип эндоваскулярной трансцептальной реконструкции хорд митрального клапана. И еще одна демонстрация. Вот, наверное, с этого стоит будет начать, потому что ТАВИ, артальное протезирование через катетер освоено. Пора приступать к протезированию митрального клапана через катетер. Эти протезы используются достаточно широко. Смысл через катетер вводится сложенный каркасный биологический протез, который фиксируется к стенке левого предсердия над фиброзным кольцом митрального клапана при сохранении самих створок и хордального аппарата. После того, как он расправляется, система доставки убирается. Итак, это митральный аналог методики ТАВИ, катетерное биопротезирование митрального клапана. Ну и последнее из современных, новых, но уже используемых у нас вмешательств – это Майтроклип, методика Майтроклип. Очень коротко ее продемонстрирую. Смысл методики в том, что при функциональной митральной регургитации, при ишемической митральной регургитации малыми потерями вполне возможно пациенту сделать два митральных отверстия через тот же катетерный доступ после той же трансцептальной пункции. На створке митрального клапана надевается клипса, которая уменьшает выраженность митральной регургитации. Вот в отношении этой манипуляции большинство специалистов согласны, что польза будет только при умеренных изменениях митрального клапана, потому что эта манипуляция не затрагивает другие его структуры. Таким образом, те начала, те методы, которые были применены в работах Владимира Николаевича, используются до сих пор, используются широко, мы начинаем их использовать, и мы поддерживаем это направление. Большое спасибо.
Спасибо, Дмитрий Владимирович. Нет ли каких-то вопросов, Дмитрий Владимирович? Нет? Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Первый этап научных исследований, когда Владимир Николаевич Грязнов пришел на нашу кафедру, был посвящен вопросам прикладной анатомии. Мы хотели бы показать, что мы продолжаем это направление деятельности, и поэтому следующий доклад «Особенности типовой и вариантной анатомии передней брюшной стенки в прикладном аспекте» сделает кандидат медицинских наук Марина Петровна Попова. Глубоко уважаемый президиум, особенности типовой и вариантной анатомии передней брюшной стенки в прикладном аспекте на кафедре оперативной хирургии и стопографической анатомии до сих пор, да, в самых лучших традициях продолжают изучаться. Грыжа передней брюшной стенки – это одно из самых распространенных хирургических заболеваний. Доля послеоперационных грыж от общего числа случаев наружной грыжи живота достигает 10-12%. В лечении больных со срединными послеоперационными грыжами наиболее эффективным и часто используемым способом пластики грыжевых ворот является протезирующая герниопластика Саблей, которая характеризуется размещением сетчатого протеза между брюшиной и внутрибрюшной фасцией преперитониале или между прямыми мышцами живота и задней стенкой их апоневротического влагалища Саблей ретромускуляр. Однако применение герниопластики методом Саблей тем или иным методом нередко сопровождается возникновением хронического болевого синдрома в послеоперационном периоде из-за травматизации межреберных нервов в связи с размещением и фиксацией сетчатого эндопротеза. Следовательно, большое значение в улучшении результатов лечения больных со срединными послеоперационными грыжами приобретает изучение особенностей типовой, половой и вариантной анатомии передней брюшной стенки. В связи с этим на нашей кафедре была поставлена цель изучить особенности половой, типовой, вариантной анатомии межреберных нервов в области латерального края паневротического влагалища прямой мышцы живота в прикладном аспекте. Для достижения поставленной цели нам предполагалось решить ряд задач, среди которых было изучение у лиц разного пола количественных вариантов топографии межреберных нервов в области латерального края прямой мышцы живота на разных уровнях передней брюшной стенки, а также исследование особенностей проникновения межреберных нервов в прямую мышцу живота в зависимости от пола, формы передней брюшной стенки и формы прямых мышц живота. Объектами исследования, настоящего исследования послужили 88 нефиксированных трупов лиц обоего пола без патологии признаков, без патологии передней брюшной стенки. Среди них было 40 трупов лиц мужского пола и 48 трупов лиц женского пола. На аутопсии мы проводили топографо-анатомическое препарирование межреберных нервов в области латерального края прямой мышцы живота, соответственно, трем областям и этажам передней брюшной стенки. Набор материала был осуществлен на кафедре Воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, а наше исследование было одобрено этическим комитетом при ВГМУ имени Бурденко. При статистической обработке мы использовали различные методы. Среди них было среднеарифметическое, стандартные ошибки среднего, критерии Пирсона, Мануитник, Раскела-Оллиса. Кроме того, выполняли корреляционные анализ Спирмана, регрессионный, кластерные анализы, а различия считали значимым при доверительной вероятности не менее 95%. Результаты изучения топографической анатомии межреберных нервов в области латерального края прямой мышцы живота свидетельствуют прежде всего о их значительной вариации и их количество, которое колебалось от 5 до 7 межреберных нервов, но чаще всего встречалось 6 нервов в 70% случаях. В 14% наблюдений было отмечено 5 межреберных нервов, и в 16% случаев наблюдалось 7 межреберных нервов. Анатомический вариант с 5 межреберными нервами в области передней брюшной стенки с каждой стороны чаще всего встречался у лиц мужского пола, 8 из 12 случаев. При анализе распределения этих 5 межреберных нервов по этажам передней брюшной стенки было обнаружено, что чаще всего в 67% случаев 3 нерва наблюдались в области надчревья, по одному нерву в области чревья и подчревья. В 33% случаев в надчревье и чреве нами было обнаружено
обнаружено по 2 нерва, а в почреве по 1 нерву. Анатомический вариант семьи межреберными нервами в области передней брюшной стенки с каждой стороны, наоборот, достоверно чаще встречался у лиц женского пола в 9 из 14% случаев, в 64%. Чаще всего в 50% случаев были распределены эти нервы в области наружного края поневротического влагалища прямой мышцы живота следующим образом. В надчреве и чреве по 3 межреберных нерва, в чреве 1 нерв. В подчреве один нерв. Несколько реже, в 28% случаев, в надчреве было выявлено 4 нерва, в чреве 2 нерва, а в подчреве один нерв. И в 14% случаев в надчреве встретилось 5 нервов, в чреве и подчреве наблюдалось по 1 нерву. И в одном наблюдении в 8% случаев в надчреве отмечалось 2 межреберных нерва, в чреве 4 нерва, а в подчреве один нерв. Самый распространенный анатомический вариант с 6 межреберными нервами на передней брюшной стенке с каждой стороны встречался у мужчин в 44% случаев, а у женщин в 67%, то есть без достоверных половых различий. При этом межреберные нервы в области латерального края прямой мышцы живота в большинстве случаев, в 61%, были распределены следующим образом. В надчревной области встречалось 3 нерва, в чреве 2 нерва и в подчревной 1 нерв. Реже, в 27% случаев, в надчреве было выявлено 4 нерва, в чреве и подчреве по 1 нерву. В остальных случаях, в 12%, в надчреве было 2 нерва, в чреве 3 нерва, а в подчреве 1 нерв. Следует отметить, что ни в одном случае асимметричных вариантов их расположения с каждой стороны по этажам передней брюшной стенки выявлено не было. В ходе исследования мы также изучили особенности проникновения межреберных нервов в толщу прямой мышцы живота. В результате было выявлено 2 варианта проникновения межреберных нервов. Это задний вариант и боковой вариант. При заднем варианте нервы сначала на том или ином протяжении пересекали прямую мышцу живота сзади, а уже после входили в ее толщу. А при боковом варианте межреберные нервы проникали в толщу мышцы непосредственно через ее латеральный край. В исследованном нами секционном материале чаще всего в 63% случаев наблюдался задний вариант проникновения межреберных нервов в толщу в прямой мышце, а боковой вариант встретился всего лишь в 37% случаев. При анализе этого же секционного материала по половому признаку было установлено, что задний вариант проникновения межреберных нервов в прямую мышцу живота значительно чаще встречался у лиц женского пола – 69%, а боковой вариант у лиц мужского пола – в 70%. Результаты проведенного морфологического исследования всех случаев заднего варианта проникновения межреберных нервов в прямую мышцу живота показал, что расстояние от латерального края прямой мышцы живота до точки прободения нервом межмышечной толщи варьировал от 1 до 4,5 см. Максимальные показатели были отмечены в надчревной области передней брюшной стенки, а минимальные показатели в подчревной. У лиц женского пола независимо от области передней брюшной стенки, исследуемое расстояние было всегда практически всегда в полтора раза больше. Полученные данные следует учитывать, в частности, при определении наиболее безопасного места для выполнения продольных послабляющих разрезов задней стенки апоневротического влагалища прямой мышцы живота при протезирующей гернеопластике вместе с протезирующей гернеопластикой. Далее нами были изучены типовые особенности топографии межреберных нервов в области латерального края прямой мышцы живота. С этой целью, прежде всего перед вскрытием, на каждом трупе мы производили следующие антропометрические измерения. Мы измеряли дистанцию бикостаром, биспинаром и ксифоидопубиком. В результате кластерного анализа полученных данных нами было выявлено 3 формы передней брюшной стенки. Это мужская форма, это овальная форма и женская форма.
Анализ распределения вариантов проникновения межреберных нервов в прямую мышцу живота в зависимости от формы передней брюшной стенки показал, что задний вариант проникновения межреберных нервов достоверно чаще наблюдался у лиц женской формы передней брюшной стенки, а боковой у лиц мужской 90,2% и 71,4% соответственно. Таким образом, нами установлено, что вариант проникновения межреберных нервов в толщу прямой мышцы живота даже в большей степени зависит от формы передней брюшной стенки, чем от половой принадлежности. Следовательно, у лиц женской формы передней брюшной стенки при грыжесечении по поводу послеоперационных грыж можно рекомендовать протезирующую герниопластику саблей преперитониаль, а в остальных формах передней брюшной стенки протезирующую герниопластику саблей ретромускуляр, которая отличается более надежным укреплением грыжевых ворот. Далее у лиц обоего пола нами была изучена зависимость топографии межреберных нервов от формы прямых мышц живота. С этой целью на аутопсии у каждого объекта исследования измерялась ширина мышцы на разных уровнях. А затем при помощи кластерного анализа было выявлено 4 формы прямой мышцы живота. Это бакаловидная, суживающаяся к низу, цилиндрическая и форма песочных часов. Предложенная методика определения формы прямых мышц живота может использоваться как до операции в случае хорошо выраженных контуров латеральных краев прямой мышцы живота, так и с помощью дополнительных методов визуализации во время оперативного вмешательства. В результате анализа вариантов проникновения межреберных нервов в прямую мышцу живота в зависимости от формы прямых мышц живота было установлено, что задний вариант проникновения межреберных нервов достоверно чаще наблюдался у лиц бокаловидной формы прямых мышц живота в 73% случаев. Боковой у лиц прямой мышцы живота, суживающейся к низу, в 61% случаев. В ходе исследования нами было также установлено, что у мужчин достоверно чаще встречалась прямая мышца живота, суживающаяся к низу, в 47,5% случаев, а у женщин с бакаловидной формой. Следовательно, при операции у лиц с бакаловидной формой прямой мышцы живота протезирующая герниопластика саблей ретромускуляр сопряжена с высоким риском интраоперационной травматизации межреберных нервов и, соответственно, не может быть рекомендована. Таким образом, половые особенности топографии межреберных нервов в области наружного края прямых мышц живота следует учитывать для оптимизации выбора методики протезирующей герниопластики по поводу срединных послеоперационных грыж. На основании полученных нами данных были сформулированы следующие выводы, которые говорят о том, что количество межреберных нервов в области латерального края прямой мышцы живота варьирует, с каждой стороны варьирует от 5 до 7 с каждой стороны, но чаще всего составляет 6 межреберных нервов. Анатомический вариант с межреберными нервами в области передней брюшной стенки чаще всего встречается у лиц мужского пола, это 5 межреберных нервов, с 7 межреберными нервами у лиц женского пола. Следовательно, протезирующая герниопластика саблей сопровождается высоким риском интраоперационной травматизации межреберных нервов, и при этом у женщин риск развития хронического болевого синдрома в послеоперационном периоде значительно выше. В ночревной области передней брюшной стенки отмечается большее количество межреберных нервов, нежели в чревной и подчревной областях. И при операциях по поводу срединных послеоперационных грыж с фиксацией сетчатого протеза в ночревной области эти операции сопровождаются более высоким риском интраоперационной травматизации межреберных нервов, и в этом случае можно рекомендовать фиксировать сетчатые протезы не непрерывными, а узловыми швами. Кроме того, у лиц женского пола при женской форме передней брюшной стенки и бокаловидной форме прямых мышц живота чаще всего встречался задний вариант проникновения межреберных нервов в прямую мышцу живота, при котором выполнение протезирующей герниопластики саблей ретромускуляр сопровождалось максимальным риском их интраоперационной травматизации. И, соответственно, в этих случаях при выполнении герниопластики саблей рекомендуется использовать методику преперитониаль –
при которой риск интраоперационной травматизации межреберных нервов значительно снижается. При заднем варианте проникновения межреберных нервов в толщу прямых мышц живота расстояние от латерального края до точки их прободения имеет максимальные величины в надчревной области и значительно превышает, преобладает у женщин. Следовательно, послабляющие разрезы на задней стенке апоневротического влагалища прямой мышцы живота у мужчин следует производить отступя от медиального края в медиальную сторону от латерального края прямой мышцы живота в надчревной области более чем на 2,7 см, в чревной области более чем на 1,8 см и в подчревной области меньше на 1,4 см. А у женщины, соответственно, эти показатели будут больше на каждом уровне измерения. Спасибо за внимание. Спасибо, Марина Петровна. Есть ли вопросы? Владимир Иванович, пожалуйста. При изучении анатомических показателей расстояния межреберных нервов нами измерялись величины с помощью сантиметровой ленты. Кроме того, мы измеряли с помощью... с помощью миллиметровой ленты и различных штангенс-циркуля. Да. Спасибо. Пожалуйста, Петр Иванович. Скажите, пожалуйста, клинические материалы какие-нибудь есть? Да, конечно, на нашей кафедре мы выполняли и клиническую оперативную хирургию с топографической анатомией, да, но в прикладном аспекте мы также работали на базе Института гернеалогии имени Евгения Николаевича Любых, где проводили различные хирургические манипуляции. Что это за манипуляции? Мы по данным нашим анатомическим мы разработали волнообразный послабляющий разрез на передней брюшной стенке, который применяется при протезирующей герниопластике с целью снижения внутрибрюшного давления и риска прорезывания швов. И вот на базе института герниологии мы выполняли наш разработанный послабляющий разрез, который показал, в принципе, хорошие результаты клинические, и в настоящее время получен патент, он апробирован и внесен в протоколы лечения на различных уровнях. Да, естественно, в настоящее время доказано полностью расхождение прямых мышц живота, связанное с иннервацией межреберными нервами. В настоящее время, кроме того, для гигантских срединных послеоперационных вентральных грыж применяют вновь новые разработанные методы, например, тарпластика, которая позволяет отпрепаровывать задние листки апоневротического влагалища прямой мышцы живота не только от самой прямой мышцы, но и, кроме того, фасцию эндоабдоминалис, позади поперечных мышц живота, и в связи с этим сейчас в настоящее время возникает серьезная проблема, связанная с анатомией межреберных нервов на разном уровне вхождения межреберных нервов в толщу прямых мышц живота, и в связи с этим применяются вот новые методики, разрабатываются, которые, конечно, позволят, возможно, снизить риск интраоперационной травматизации межреберных нервов и вследствие повысить качество лечения вот как раз-таки этой группы больных с гигантскими послеоперационными грыжами. Потому что из-за больших грыжевых ворот приходится увеличивать площадь препаровки интраоперационной, в результате чего повреждаются вот все анатомические структуры, но не только нервы, да, и межреберные артерии и вены. Да, в результате этого еще и нарушается не только иннервация, но и кровоснабжение в этой области. Поэтому очень часто говорят о том, что фасциальные вот эти листки, они некротизируются, и в дальнейшем, да, возникает риск рецидива грыжи, связанный как раз-таки с некротизацией этих апоневротических структур. Спасибо, Марина Петровна. Следующий период научных изысканий профессора Грязнова был посвящен различным аспектам применения гелевых сорбентов в медицине и в хирургии, и поэтому следующий доклад сделает профессор Чередников Евгений Федорович. Профессор Грязнов – ученый, предвидевший время.
Уважаемые коллеги, Владимир Николаевич Грязунов принадлежит к поколению ученых-медиков, принявших эстафету от своих старших коллег, прошедших Великую Отечественную войну и усвоивших их традицию служения Отечеству, преодоления трудностей, открытости всему новому. Эту верность героическим традициям российской медицины он подтвердил служением в нашем университете, своей работой на протяжении всего отведенного, к сожалению, короткого жизненного срока. Владимир Николаевич умел опираться на традиции, видеть и решать новые задачи, которые выдвигала ему жизнь, и которые требовали теоретического осмысления и практического решения. Так вот он увидел в биологически активных гранулированных сорбентах новый современный аспект использования сорбентов в медицине. Лечение гнойных ран, пиококковых язв, язв роговицы, эрозии шейки матки, остановка паренхиматозного, костного кровотечения. Ну, кто-то из умных сказал, что гениальные люди обмениваются идеями. Так вот, я убежден, что профессора Грязунова можно с полным основанием отнести к числу гениальных людей, ибо идея о местном лечении пептических язв желудка и двенадцатиперстной кишки гранулированными сорбентами принадлежит именно ему. Я напомню, что в нормальных условиях слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки предохраняет от агрессивных факторов слой слизисто-бикарбонатного геля, который является главным цитопротектором. При появлении язвенного дефекта дно его лишено этого слизисто-бикарбонатного барьера, а это значит, что язвенный дефект в любой момент может стать источником кровотечения или перфорации. Идея защитить от соляной кислоты, пепсина, ферментов, создать условия для репаративной регенерации язвенный дефект, применив гранулированные сорбенты для цитопротекторного лечения, это предложил Владимир Николаевич Грязунов. Но здесь уместно напомнить о свойствах гранулированных сорбентов. Прежде всего, они имеют выраженные гидрофильные свойства, то есть при появлении, так сказать, жидкости они мгновенно набухают и превращаются в мягкоэластичные, трудноотделяемые в гидрогели. При этом они устойчивы к действию щелочей, слабых кислот, органических растворителей, обладают неспецифическими гемостатическими свойствами, они физиологически безвредны. Но известно, что путь от идеи до реализации, он всегда большой. Начат он был нами с экспериментальных исследований. Эти экспериментальные исследования проводились на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, на собачках. Ну вот, когда мы проводили эксперименты, мы встретились с двумя в основном трудностями. Первая трудность – это воспроизведение самой модели язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Их описано много, но нам нужно так было построить работу, чтобы это не было никаких неудач в воспроизведении. И мы нашли такую модель, она оказалась довольно простой. Введение в подслизистый слой желудка 3 мл 96% спирта и внутривенное введение винкристина, винбластина через 3-4 дня у каждого животного воспроизводилось типичный язвенный дефект с воспалительным инфильтрационным валом, фибриновым на дне, вот, то есть типичные острые язвы желудка. Если нам нужно было воспроизвести кровотечение, то биопсийными щипцами дно и края язвенного дефекта травмировались, и мы воспроизводили кровотечение. Вот. Ну и начинали отрабатывать мы
методику воспроизведения, в начале методику инсуфляции, да. Вторая, самая основная, это надо на этом остановиться, была сложность пневмоинсуфляции язвенного дефекта, на сефодекса, на язвенный дефект. А мы тогда начинали работать именно со шведским препаратом, сефодекс. Вот. Самая основная вот эта вот сложность была именно в этом. Я эту идею лечения язв, так сказать, желудка сефодексом Владимир Николаевич вынашивал долгое время, потому что я занимался еще в это время гнойной раной. И вот он провел параллель между лечением гнойной раны, вторичным натяжением, и язвенным дефектом в желудке при язвенной болезни, предположим. Вот, тоже через грануляции, эпителизации, то лечение тоже также вторичным натяжением заживает этим путем рубцевания. Ну и он предлагал эту идею многим молодым, так сказать, хирургам. Вот. И на протяжении нескольких лет было невозможно сделать эту методику, отработать эту методику. Заключалась она и точно так же, когда я начал этим заниматься, я также столкнулся с этой проблемой. Проблема состоит в том, что катетер, который мы проводим через биопсийный канал, он, диаметр его 2 мм. Вот, когда ты начинаешь проводить его через биопсийный канал, чтобы подойти к язвенному дефекту, ретроградно попадает жидкость в этот катетер. И когда начинаешь инсуфлировать сорбент, то он не выскакивает из этого катетера. То есть иногда получается, но в большинстве своем он набухает, и через катетер он не выходит. Ну, в общем, идея, она оказалась, в общем-то, на поверхности. Я пошел к стоматологам лечить зуб. Ну и когда он меня обрабатывал пистолетом, этим таким стоматологическим, инсуфлировал, обрабатывал кариозную полость, я сразу понял, что это как раз то, что мне и нужно. Ну и после этого я ушел от стоматологов, вооружившись этими пистолетами, буквально 3-4, вот, принес в нашу операционную большой баллон, значит, даже не задумываясь о том, что он мог взорваться, там, мы как-то об этом даже не думали. Вот. Тут же позвали технарей, редуктор, и через этот мы отрабатывали, могли уже отрабатывать то давление, которое вот, на манометре. С помощью этого мы тогда начали отрабатывать вот эту методику. Начинали, конечно, мы инсуфлировать через... Да, отрабатывать сначала с неосложненными язвами, потом уже начали и кровотечение, остановка кровотечения, потому что когда мы подводили, методику отрабатывали, и дальность этого близко подходили к язвенному дефекту, то при большом, при умеренном давлении возникало кровотечение, после инсуфляции останавливалось, и тогда мы решили, что это можно и попробовать и при кровоточащих язвах. Оказалось, действительно, вот, получили хорошие эффекты. Ну, в этой связи мы всегда, хочется, я просто сейчас вот вспомнил, ту реакцию Владимира Николаевича, он же теоретик, и вдруг мы каждый момент, мы всегда его звали, показывали, что вот заживает язвенный дефект и так далее, и так далее. Ну и в один особенный момент, когда мы осматривали в очередной раз язвенную болезнь, язву, которая получилась больше 1 сантиметра. Вот, и нам приходилось проводить инсуфляцию. Мне помогал тогда Смоленинов, заведующий, главный эндоскопист города, заведующий эндоскопическим отделением БСМП у нас. Ну и уже были 9-е или 10-е примерно сутки, и вот он мне показывает, что вот это лежит на язвенном дефекте, это сорбент, он белого цвета, он не отличит его от слизистой, вот, от слизи.
Я не верил этому, но он мне доказал, что вот слизь, если ты берешь, она сразу отходит от биопсийных щипцов, а этот, вот смотрите, тянется. Вот, позвали Владимира Николаевича, начали ему показывать это все. И когда вот это все он увидел, что десятые сутки, а сорбент лежит на язвенном дефекте, и он заживает под этим, это что-то было. Он начал, как ребенок, прыгать, бегать, кричать «Эврика» по операционной. Это, конечно, было... Ну, в общем, незабываемая. Вот такая вот реакция была Владимира Николаевича. Почему? Потому что он теорию, идею, она вот уже превращалась фактически. Мы уже к этому времени начали работать и с больными. Это в основном это были больные, которые с неосложненной язвенной болезнью, острые симптоматические, длительно незаживающие язвы. И параллельно, конечно, с этим мы начали лечить гастродуоденальные кровотечения. Ну, конечно, несчастье, как говорят, приходит всегда внезапно. Вот, Владимир Николаевич попадает в областную клиническую больницу. Вначале это думали, что это была почечная колика, но оказалось, что это аневризма брюшного отдела аорты, и причем аневризма была на всем протяжении, и грудной отдел, и брюшной, то есть не подвергалась, невозможно было провести операцию. Ну и... Владимир Николаевич умирает в областной больнице от разрывания вот этой аневризмы аорты. Ну, этот, конечно, смерть, она очень потрясла меня. Владимир... Сейчас, секунду. Владимир Николаевич был для меня не просто учителем, не просто научным руководителем, он стал близким для меня человеком. Сейчас, секунду. Он изменил мою полностью судьбу. То есть я увлекся вот этим сорбентом, сафодексом. Я был приглашен на кафедру. Ну и я уехал из Ельца, где я работал там, у меня там большие перспективы были. Начал заниматься работой кандидатской диссертации, потом докторской. Ну и вот свою докторскую диссертацию я посвятил Владимиру Николаевичу. Ну и не мог не продолжить, конечно, его работу. Вот эту идею, конечно, которую он, это я не мог ее оставить. И поэтому мы в 93-м году организовали на базе больницы скорой помощи центр по лечению больных желудочно-кишечными кровотечениями. Ну и позвольте, я остановлюсь тогда на тех клинических исследованиях, на с применением гранулированных сорбентов, которые мы на протяжении вот уже почти 30 лет применяем их. И это больные с язвенными гастродуоденальными кровотечениями, это больные с продолжающимся кровотечением, ФОРЭСТ-1А1Б, это нестабильно остановившимся кровотечением, тогда, когда в язвенном дефекте тромбированный сосуд или сгусток на язве, больные с состоявшимся кровотечением, ФОРЭСТ-2С, это гематин на дне. Это больные с неязвенными кровотечениями, в основном это на первом месте это синдром Малари-Вейса, вот, это разрывно-геморрагический синдром, после рвоты у больных возникает кровотечение, разрывается пищеводный, в основном желудочный переход. У одних это возникает однократная рвота, да, и разрывается пищеводно-желудочный переход, а у других многократная рвота. Больные с панкреатитами, панкронекрозами, многократная рвота, которая не приносит облегчения, кишечная непроходимость, каловая рвота, там беременность первой половины, второй половины, да, и никаких разрывов не происходит. Ну, вот мы заинтересовались потом, в последующем. Вот этим мы провели очень большие исследования и получили диплом на открытие по синдрому Малари-Вейса. Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, эрозивно-язвенные гастродуоденальные поражения
которые вызывают гастродуоденальные кровотечения. Это кровотечение из доброкачественных и злокачественных желудка, опухолей желудка, это синдром Дилля-Фуа и так далее. Профилактика рецидива кровотечения – это очень важный вопрос. После остановки кровотечения и больные с нестабильно остановившимся кровотечением, вот этот ФОРЭС-2А2Б, когда в язве тромбированный сосуд или сгусток, это все больные относятся к рецидиву, угрожаемые по рецидиву кровотечения. И если рецидив язвенного кровотечения в стационаре, эти больные однозначно оперируются на 100%. И летальность после этих операций, эти операции у хирургов называются операциями отчаяния, они всегда вызывают очень высокую летальность. И поэтому мы все свои силы направили именно на профилактику рецидивов кровотечения. Я потом расскажу, что мы в этом плане начали сегодня, даже перспективы этого мы уже начали. Вот. И поэтому очень многих больных мы ушли от операции. Вот, и оперировали их в лучших условиях, через месяц, лучше, самое лучшее, это через 3-4 недели после кровотечения. Неосложненная язва желудка, 12-перстной кишки при язвенной болезни, пептические язвы гастроэнтероностомоза после резекции желудка, язвенная болезнь еще остается, не в 100% она вылечивает, пептические язвы гастроэнтероностомоза, острые симптоматические язвы, длительно незаживающие язвы. Профилактика острых эрозивно-язвенных гастродуоденальных кровотечений. С этим мы в основном столкнулись вот последние, наверное, 8-10 лет. К нам вдруг стали поступать больные из многопрофильной стационар скоропомощной. И больные стали поступать с декомпенсированной неотложной патологией. Это и с терапевтической, и с кардиологической, и неврологической симптоматикой. Это все больные после инфарктов, которые получают антикоагулянты, дезагреганты, с нарушениями мозгового кровообращения. То есть страшная статистика, что в многопрофильном стационаре летальные желудочно-кишечные кровотечения на почве язвенной болезни всего 5%, а 67% – это именно острые симптоматические язвы у больных вот с декомпенсированными вот такой соматической патологией. И мы столкнулись с этим. Вот, и мы вот пришли на сегодняшний день, мы пришли к алгоритму действий, который привел к значительному снижению вот таких кровотечений, летальных исходов особенно. Это ранняя эндоскопическая диагностика, то есть больной поступает с декомпенсированной любой соматической патологией в больнице. Да, мы на второй-третий день больного осматриваем. В 70% бессимптомно протекает эти эрозивно-язвенные поражения, появления. Да? В 70% мы находим эти эрозии и язвы, однозначно достаточно однократного нанесения сорбента на них, и кровотечения у этих больных уже не будет. Ну и, конечно, мультидисциплинарный подход, он тоже нам также помогает. Ну, также больные, подвергавшиеся сомнению, то есть подвергшиеся операции, это в основном операции на высоте кровотечения, пациенты в основном резекцию желудка, чаще всего это больные с соматической такой тяжелой патологией, возрастные, пожилой, старческий возраст. Ну и они, им проводится в основном это прошивание кровоточащего сосуда в язве. Но у каждого второго прошивание кровоточащего сосуда дает повторное кровотечение, которое очень трудно остановить. Остановить трудно остановить, потому что это острые язвы. Их всегда труднее останавливать, чем хронические язвы. Ну и мы тогда начали также во время операции, в послеоперационном периоде, во время операции инсуфляции сорбенты с прошиванием кровоточащего сосуда. И однократно еще в послеоперационном периоде, там на 4-5 день, все этого достаточно, чтобы в 3-4 раза мы уменьшили вот такие повторные кровотечения при таких операциях. Лечение кишечных свищей, это еще при Евгении Николаевиче Любых больных было
несколько больных, которые с трубчатыми и с губовидными свищами, трубчатые свищи при лечении сорбентами, они все заживали, а лечение кишечных свищей губовидных мы подготавливали их и потом оперировали. И, наконец, перфоративные пролежни задней стенки желудка. Несколько больных было, очень интересные больные. Это в основном были пациенты, у которых были с панкронекрозами, проведены которым были, значит, дренирование сальниковой сумки, лапаротомные разрезы, дренирование сальниковой сумки. И эти дренажи, хирурги знают об этом, они стоят по 3-4 недели, потому что идет потом гнойное отделение, потом идет секвестрация поджелудочной железы. И вдруг больной ест, пил там какой-то кефир, там йогурт, там, и по дренажу полилось это отделяемое. Мы берем его на фиброгастроэндоскопию, мы видим страшную картину, вот, которую там сами аж просто даже и слов-то не было никаких, потеряли дар речи даже. Когда мы видим на задней стенке в палец толщиной дренаж, стоит в задней стенке перфорация его задней стенки. У больного, самого тяжелейшего, которого вытянули после тяжелых операций, хирурги знают, что 60-70% больных с панкронекрозами умирают. И вот мы их вытянули, и вдруг вот это вот, как это перфоративное отверстие задней стенки лечить, не знали мы и никак. И вдруг потом потихонечку, постепенно вот, приняли такое решение, которое потом вот получили мы хорошие очень результаты. Мы вывели из акта приема пищи, проведя зонд для кормления за 12-перстную кишку, за флексуро-дуоденальный анализ, и кормление осуществляли через этот зонд. Вот. А перфоративное отверстие начали лечить его крупнозернистым гелем, нашим гелевином. Вот. Ну и получили просто неожидаемый, но потрясающий эффект. Мы даже этих больных демонстрировали на обществе хирургов, наши хирурги, кто был, они помнят это. Ну вот, и я даже в этой связи вот даже хотел дать кандидатскую диссертацию, сначала экспериментальную, вот рядом сидящему здесь доценту моей кафедры, но он поговорил с некоторыми, значит, учеными, в том числе, наверное, хирургами, но они его отговорили, потому что это нереально, это нереалистично. Ну, а те больные, которые мы демонстрировали, оказывается, они реалистичны, и поэтому я думаю, что эта тема, она еще требует своего продления. Позвольте вам показать и продемонстрировать ряд слайдов, которые демонстрируют применение вот этих инновационных технологий цитопротективного лечения гранулированными сорбентами у наших пациентов. Это больной с язвой желудка 68 лет, с тромбированным сосудом, из которого вот видно, что подтекает кровь. Это проводится аргоноплазменная коагуляция. Ну и потом достигнут был гемостаз аргоноплазменной коагуляции. После этого для профилактики рецидива кровотечения мы наносим сорбент. Вот это катетер, через который происходит пневмоинсуфляция. Ну и да, чтобы закончить с этим пациентом, мы во время биопсии, значит, мы выявили, что у него малигнизация этой язвы, и мы в отсроченном порядке его прооперировали, сделали ему субтотальную резекцию желудка со всеми лимфодиссекцией и так далее, и так далее. Прооперировали его в отсроченном порядке. Ну, здесь вот разрыв, синдром Малоревейса, разрывно-геморрагический синдром, о котором я говорил. Здесь справа имеется большой глубокий дефект с подтеканием крови.
Справа и слева тоже, но тут менее глубокий, но он также отмечается подтекание крови из него. Так вот, самое страшное – это то, что правый дефект, его хирурги, большинство хирургов во всем мире оперируют эти разрывы. Почему? Потому что здесь подходит артерия гастрико-синистра и дает кровотечение, которое трудно остановить эндоскопическими методами. Вот. Ну, что мы делаем в этих случаях? У нас отработана эта методика. Что мы делаем? Аргоны проводим всегда. Аргоноплазменную коагуляцию всегда в 100% при локализации правой стенки. Ну, а здесь раз это и на левой стенке, это вот момент проведения аргоноплазменной правой. Точно так же левой стенке аргоноплазменная коагуляция. А после этого мы проводим это катетер, через который мы начинаем наносить... Вот такая методика нанесения инсуфляции на весь правый дефект и точно так же на левый дефект. Это вот крупным планом видно, что сорбент уже лежит на слизисто-пищеводно-желудочного перехода. Да, ну и мы обязательно, это вот мы через два дня, на третье видно, что на пищеводно-желудочном переходе остаются следы этого сорбента, но дефект уменьшился в размерах, кровотечения никакого нет. Вот мы видим в глубине там этот правый дефект. Мы проводим опять катетер и проводим вот такой вот пневмоинсуфляции пищеводно-желудочного перехода. Вот ряд слайдов, вот таких демонстрирующих. Достаточно двух инсуфляций вот таких, да, вот, которые все эти дефекты заживают. И за последние, наверное, 15 лет ни одного больного с синдромом Малоревейса мы не оперировали. А до этого мы точно так же оперировали этих пациентов. Это больная 32 лет, молодая женщина с эрозированным сосудом в кардиальном отделе пищевода. Она принимала антикоагулянты вот, и какие-то препараты, которые также вызывают значит, нарушение эрозивно-язвенных поражений. Вот совершенно на фоне нормальной, почти ну, умеренно нормальной слизистой, вот такой вот эрозированный сосуд. Вот, особенно у больных, которые сейчас принимают после ковида, все они принимают антикоагулянты, агреганты, мы встречаем вот такие вот сосуды, совершенно на нормальной слизистой сосуд. Вот такие интересные. Это достаточно одной инсуфляции, и этих сосудов не бывает. И мы уходим от операции, от рецидивов кровотечения. Это больная с язвой на передней стенке луковицы 12-перстной кишки, около 1 сантиметра в диаметре. Вот. И мы точно так же, она поступала, там был гематин, ну и вот мы наносим, пневмоинсуфлируем ей на язвенный дефект. Это больной с язвой желудка, с тромбированным сосудом, угла желудка. Вот. Это проведение аргоноплазменной коагуляции на этот язвенный дефект. А это крупным планом нанесение сорбента. Вот он набух на этот кровоточащий дефект угла желудка. Вот. Это язва гастроэнтероностомоза, обострение язвенной болезни. Он поступал вроде с состоявшимся кровотечением, но здесь нет. Фибрин на дне видно, и мы точно так же проводим ему инсуфляцию гранулированным сорбентом. Это больной направлен 62 лет, направлен из онкодиспансера, по-моему, да? Да, из онкодиспансера лимфома средостения после первого этапа химиотерапии острая язва желудка. Это биопсийные щипцы. Вот эта же язва с признаками продолжающегося кровотечения, вот в левом, в нижнем углу, да, значит, вот это такая язва после этой химиотерапии.
Ну вот момент нанесения вот такой вот крупным планом на язву желудка. Эндоскопический гемостаз вот таким инсуфлированным сорбентом. Ну, это вид этой же язвы на 5-е сутки. Язва уменьшилась в размерах, дно ее гранулирует, эпителизация краев язвы. Это начало пневмоинсуфляции. Это вот процесс завершения уже, значит, процесс завершения эндоскопического цитопротективного лечения. Это полип, полип слева внизу, это полип желудка, к нему подводится эндоскопическая петля, через которую проводится коагуляция. Ну вот уже сам процесс, произведенный уже полип после коагуляции, вот удаленный, и зона коагуляционного некроза. После полипэктомии у больных, у каждого примерно 2-го, 3-го, возникает из ножки полипа рецидив кровотечения. Мы в этих случаях всегда наносим сорбент, и после этого случая, после нанесения сорбентов на эти ножки, они, конечно, не кровят уже. Ну и здесь молодой человек 21 года с выявленной острой язвой 12-перстной кишки, дефект на передней стенке 1,2 сантиметра, вот, и в центре виден тромбированный сосуд вот внизу, где аргоноплазменный коагулятор выведен. Да? Вот, ну вот процесс проведения аргоноплазменной коагуляции. Ну и к язвенному дефекту подводится катетер, да, и процесс нанесения сорбента вот, уже непосредственно крупным планом на этом слайде. Что сказать, за 30-летний, почти 30-летний, на следующий год будет 30-летний период работы центра, ну, прошло пролечено более 20 тысяч пациентов. И, конечно, это говорит о том, что применение гранулированных сорбентов вот, в клинической практике нашло, прошло с проверку временем. Позвольте вам, заканчивая свое, так сказать, выступление, показать, какие перспективные направления мы строим на ближайшие, как говорится, эти. Да. Последний слайд фактически, да. Это эндоскопическое лечение гемостатических. Мы соединили гемостатические средства с комбинированными сорбентами. Мы это уже начали. Это еще более усиливает гемостатический эффект. В ковиде больные тоже так же. Мы проводим предиктивное, такое персонализированное эндоскопическое лечение гранулированными сорбентами, чтобы они у нас не кровили, или останавливаем кровотечение, чтобы не оперировать этих пациентов, которые и так тяжело заболели ковидом. Ну и, наконец, вот такие малоинвазивные сочетанные операции симультанные при осложненных гастродуоденальных язвах. Ну, завершая свое выступление, я хочу подчеркнуть, что дело, начатое Владимиром Николаевичем Грязновым, оно продолжается, а плодотворные идеи профессора воплощаются в жизнь его учениками, учениками его учеников. И есть надежда, да я бы сказал, даже уверенность, что этот процесс преемственности, он будет продолжаться и не прекращаться. Благодарю за внимание. Спасибо, Евгений Федорович. И... Ну, всю свою, собственно, творческую научную жизнь Владимир Николаевич Грязнов посвятил вопросам экспериментальной медицины, экспериментальной хирургии. И поэтому завершающий доклад научный, это называется «Продолжение традиции профессора Грязнова от фундаментальной клинической хирургии». Сделают его представители кафедры общей хирургии, профессор Андреев, да, которые сейчас во многом реализуют идеи Владимира Николаевича Грязнова, касающиеся именно экспериментальной хирургии. Я хотел бы сказать, что мы обсуждали очень долго с Александром Анатольевичем, как лучше построить этот доклад, и решили все-таки опираться на наиболее, наверное, интересное сейчас направление. Это комплексное лечение ран мягких тканей, то, что базовое с одной стороны, то, что не вызывает актуальности, то есть актуальность этой проблемы не вызывает вопросов. С каких позиций? Ну, прежде всего, это половина случаев обращения к хирургу, это половина случаев госпитализации. Если мы говорим о финансовой составляющей данного вопроса,
то по некоторым оценкам это 96 миллиардов долларов, которые тратятся по данному направлению. Это в частности и перевязочные материалы, и койко-день, которые находятся пациенты в стационарах и прочее. И плюсом ко всему это сегодняшняя ситуация, это и рост травматизма, это и рост иммунодефицитных состояний, это и коморбидная патология и прочее. Одной из технологий, которая была разработана, я говорю о технологиях вот последнего времени буквально, это тоже сорбционная терапия, посмотрите, насколько она близка к тому, о чем говорил Евгений Федорович. Это сорбент, эффект Вентури, закручивается, равномерно распределяется в газообразном потоке сорбент и после этого наносится на поверхность раны. В связи с тем, что воспаленная поверхность, сорбент влетает вглубь мягких тканей и в результате получается такой объемный сорбционный эффект. Применение данной технологии позволило при чистых ранах улучшить некоторые показатели на 20-50%, при лечении гнойных ран по некоторым показателям, в зависимости от фазы раневого процесса, на 60-50%. Хочется сказать, что все те технологии, которые я сейчас показываю, они все запатентованы абсолютно. На данном слайде демонстрируется морфологическая картина вот при данной патологии. И здесь я хотел бы выразить слова благодарности сотрудникам нашего НИИ в лице Виктории Викторовны. По причине того, что, кстати говоря, она тоже является преемником Владимира Николаевича. Вот такие слайды мы сегодня можем получить, те гистологические картинки, которые демонстрируют эффективность наших технологий. Следующая технология – это программная барботажная санация. Проводится она, реализован этот проект совместно с Латунским приборным заводом города Рязани. Метод основан на создании значительного напряжения на границе жидкость, газ, твердое тело при прохождении воздуха через обрабатываемый раствор. В результате применения данной технологии мы получили, ну, в частности, если мы говорим о комплексном лечении больных с синдромом диабетической стопы, то это позволило купировать симптомы местного и общего воспаления, анемические, интоксикационные синдромы, способствовало усилению регенеративных процессов и в совокупности позволило сократить число ампутаций на 18,7%. На данном слайде также приводится, к сожалению, нет мышки, приводится динамика изменения количества сосудов, то есть это морфометрические исследования. И мы видим достоверность различий по показателям при исследовании чистых ран на 5-7 сутки, при исследовании гнойных ран на 3-5-7 сутки. Интересным направлением, если мы говорим о лечении ран, является применение кислотомодифицированных растворов. Основа данной технологии, то есть данная технология основана на том, что ферменты и факторы роста усиливают свою активность в зависимости от кислотности не в сотни даже, а в тысячи раз. В результате, если кислотность меняется неправильно, допустим, в случае гипоксии и прочих состояний, то, соответственно, рана переходит в хроническую, и заживление ее протекает гораздо длительнее. Помимо этого, многие микроорганизмы очень плохо себя чувствуют при изменении кислотности той среды, в которой они находятся, но в связи с этим данная тема нас заинтересовала. Было проведено очень много исследований. Вы видите, что какое количество групп изучалось, причем это первая, вторая фаза раневого процесса, это различные комбинации. Изучался также окислительный стресс, и в результате мы получили вот такие данные, что в первой фазе раневого процесса оптимальным является применение растворов с pH 5,5. Если это вторая фаза раневого процесса, то это 7-7,5 pH. И данная работа, опять же, нашла сразу же клиническое применение, но в частности производители повязок, в основу которых составляют морские водоросли, обратили внимание на то, что в зависимости от места, где добываются данные водоросли, в зависимости от времени года, сырье имело различные pH, начиная от 5 и заканчивая 8. И в результате они получали очень хаотичные данные в результате применения данных перевязочных средств. Опираясь на нашу работу, они разделили данное перевязочное средство на два направления, для первой, для второй фазы раневого процесса, ну и получили совершенно другие результаты. Это технология инъекционного введения лекарственных препаратов. Вы видите, что стоит приоритетная справка, которая вот уже датируется 2022 годом. Это новое устройство, которое вот сейчас мы планируем применять. Множественные инъекции выполняются при помощи данного аппарата. Он позволяет под определенной температурой вводить вещество, причем четко определяя, какое количество содержится в объеме тканей.
Таким образом, вводился синтезированный коллаген, вводилась аутоплазма, также получены хорошие результаты. Но в частности, если мы говорим о применении коллагена, то, его применение позволило сократить сроки заживления и эпитализации ран на 1,5-2 суток, увеличить скорость заживления площади ран на 7-8% по сравнению с контрольной группой, где проводилось традиционное лечение. Внизу слайда представлены фотографии, то есть это продолжение данной работы, клиническая апробация данной темы. Это совместная работа, которая проводится совместно с кафедрой челюстно-лицевой хирургии. И мы надеемся, что в этом году наш совместный аспирант отчитается в научном докладе по данной тематике, ну, об окончании своей аспирантуры. Достаточно интересная технология фотодинамического воздействия. Совместно с лабораторией волоконной оптики проводятся данные исследования. Основа данной технологии заключается в том, что лазер, воздействуя на фотосенсибилизирующее вещество при определенной длине волны, выбивает электрод, который выскакивает на более высокую орбиту, и, возвращаясь обратно, он образует синклетный кислород. В результате высокой радикальной нагрузки создаются неблагоприятные условия для ишемизированных тканей, для различных микроорганизмов, и в результате мы получаем положительный эффект. Здесь демонстрируется применение данной технологии при лечении абсцессов. То есть технология на самом деле будет, скорее всего, востребована при лечении гнойных ран сложной конфигурации, когда мы не можем сделать санацию в полном объеме, а вот провести световод – это вполне как бы допустимо. Мы обсуждали с Александром Анатольевичем о том, что все эти технологии необходимо свести вместе, и, конечно, когда они разрознены, это как-то снижает их значимость. И в результате этого обсуждения родилась необходимость, наверное, создания роботизированной системы, которая получила название «Ассистент». Данная роботизированная система реализуется, то есть не производится, а разрабатывается совместно с Воронежским государственным техническим университетом в рамках реализации меморандума о взаимодействии между вузами. Бесспорно, что реализация вот подобной разработки была бы невозможна без личного участия Игоря Эдуардовича, без постоянной поддержки нашего проректора по научно-инновационной деятельности Андрея Валерьевича Будневского. Данная разработка реализуется в рамках гранта президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ. Следует, наверное, также сказать, что на самом деле часть из этих исследований были проведены еще в рамках еще 3 грантов президента по финансовой поддержке молодых российских ученых, кандидатов и докторов медицинских наук. Мы надеемся, что данная установка будет использовать гидропрессивные, дисперсные, газовые потоки, барботажные технологии, гетеротемпературные, электростимулирующие, ультразвуковые, световые технологии. Это все то, что разрабатывалось на кафедре общей амбулаторной хирургии вот в течение последних, ну, многих достаточно лет. Установка позволит проводить фото- и видеофиксацию в течение раневого процесса, оценку состояния ран, автоматическое внесение полученных данных в электронную историю болезни. Но сегодня мы можем констатировать, что мы не только сохраняем, но и развиваем те традиции, которые были заложены. И на данной фотографии демонстрируется открытие лаборатории экспериментальной хирургии, создание которой было обеспечено участием Александра Васильевича Черных как преемника Владимира Николаевича. Значит, была создана данная лаборатория, она успешно развивается. За последние 3 месяца на базе лаборатории произведено около 60 оперативных вмешательств. На базе лаборатории можно выполнять лапароскопические вмешательства, лапароскопическая стойка представлена, эндоскопические вмешательства, вмешательства под УЗИ-контролем. Сейчас мы говорим о том, что в данной лаборатории, по всей видимости, будет приобретаться еще новое оборудование, это, в частности, рентгеновские аппараты, это разрывная машина, это измеритель низких давлений, это мониторы и так далее. Сегодня лаборатория активно взаимодействует с кафедрой оперативной хирургии, кафедрой факультетской хирургии, общей амбулаторной хирургии. Сейчас мы обсуждаем взаимодействие с кафедрой урологии, гинекологии, дерматовенерологии и так далее. То есть сегодня мы можем констатировать, что те традиции, которые были заложены, они сохранены и, наверное, они получили определенное развитие с учетом современного развития науки, техники и других технологий. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, есть вопросы, нет, Александр Алексеевич?
Я думаю, цель научных докладов, как мне кажется, достигнута. Мне хотелось бы поблагодарить всех докладчиков, которые сделали научные доклады, потому что здесь сегодня присутствуют наши старшие товарищи, соратники профессора Грязнова. Здесь присутствует сын профессора Грязнова, внуки профессора Грязнова. Я думаю, все они убедились в том, что традиции, которые были заложены, идеи, которые были заложены Владимиром Николаевичем Грязновым, они живы, они реализуются на всех кафедрах хирургического, морфологического профиля и, конечно, в нашем НИИ экспериментальной биологии и медицины. Ну а последний раздел нашей конференции – это воспоминания профессора Грязнова. Мы, конечно, грех нам не воспользоваться тем, что здесь присутствуют Петр Иванович Кошев, Владимир Иванович Бахметьев, Валентин Никитич Золотухин, Владимир Георгиевич Вичинкин. Те, кто работали и трудились бок о бок с Владимиром Николаевичем, хотелось бы, чтобы вы нам какие-то тоже поделились своими воспоминаниями, интересными сведениями о профессоре Грязнове. Петр Иванович, с вас, наверное, начинать. Вы же однокурсник, Петр Иванович, нет? Когда он был активистом уже на первом курсе и был руководитель комсомола, по-моему, на нашем первом курсе. Секретарем комсомольской организации. Ну и он очень много времени в тот период времени, в студенческие годы, отдавал общественной работе. Вот. И, как вы знаете, или которые уже в мой период или в этот период времени работали, что в тот период в институте очень была развита художественная самодеятельность нашего института. Были спортивные, так сказать, кружки, которыми занимались студенты, и очень-очень активные. Наши студенты института были хорошими волейболистами, потом баскетболистами, гимнастами, чем и я занимался, тоже был в команде. И хорошие-хорошие результаты по многим видам спорта наш институт занимал один из первых мест. И большим руководителем в этом вопросе был Грязнов. Хотя сам он не занимался спортом вот так, чтобы каким-то либо видом спорта. Но он занимался больше организацией и работой художественной самодеятельности. Меня тоже вовлек в эту... Он плясал, и меня тоже с собой. И мы вместе с ним выступали на сцене, плясали там, и не один раз. Поэтому это вот его организаторская способность, открытость, напористость такая, позволила ему идти дальше, дальше и дальше. Ну, а уж о рабочей его, студентом был, хороший, открытый, добросовестный, и учился он замечательно. Ну и нас вот вовлекал в художественную самодеятельность очень активно. Ну а если сказать уже о дальнейшей его работе, то он проявил себя как уже особенно в экспериментах, когда заведовал лабораторией ЦНИЛ, Центральная исследовательская лаборатория. Ну и вот я это испытал на себе, когда я занимался докторской диссертацией. И у меня были исследования гиперборической оксигенации, применение гиперборической оксигенации и проведение не только гистологических исследований, и гистохимических, которые выполнялись только в этой лаборатории. И в тот период времени этим занимался Бытков Герман Эдуардович. Эдуард Германович, извините. Да, и вот он занимался. И благодаря его помощи, а я проводил экспериментальную работу на кроликах, лечение нагноительных заболеваний легких с применением гиперборической оксигенации. И вот как воздействует гиперборическая оксигенация, эту работу я провел благодаря тому, что вот Владимир Николаевич Грязнов мне помог в этом очень-очень сильно. Без экспериментальной, без этой лаборатории я бы, наверное, и не закончил эту докторскую диссертацию, потому что гистохимия, вот Быков мне помог выполнить при различных режимах гиперборической оксигенации. Далее,
Валентин, как его, то есть Анатолий Петров. Петров. Анатолий Валентинович. Анатолий Валентинович Петров, он в тот период времени занимался электронной микроскопией. И благодаря тому, что он мог, и в областной больнице был электронный микроскоп, и здесь был электронный микроскоп, и на нем мы исследовали сурфактант в легких при воздействии гиперборической оксигенации, там различные режимы, которые были. Без этого тоже бы не было новинки в диссертации, в докторской. Это говорит о том, что лаборатория, она сделала или... И в настоящее время я точно не знаю, но в тот период времени она была очень необходимой и оказывала большую, огромную помощь вот, научной работе. Благодаря вот, Владимиру Николаевичу. Я думаю, было и развитие. И... Ну а когда он стал заведующим кафедрой, его высокий интеллект, его большая эрудиция позволила и создать коллектив хороший, и проводить новые, уже, можно сказать, экспериментальные и клинические работы, потому что он обращался и в другие, в лечебные учреждения, где тоже под его руководством работали. Ну, например, в областной больнице в тот период времени занимались лечением ран с применением гелевина. И довольно хорошие были результаты. А в общей хирургии это вообще считается как один из хороших антисептических средств, которые хорошо применять именно в самом раннем периоде гнойного воспаления. А потом применять и в комплексе вот с этим гелевином или с другими сыпучими сорбентами, очень-очень хорошо лечение гнойных ран. И первое, что это предложил Владимир Николаевич. Ну и сердечная хирургия тоже без его вот, разработок, без его начала, может быть, и в областной больнице бы так не было развито сердечно-сосудистая хирургия, особенно сердечная кардиохирургия. Ну, вот можно сказать, что человек, он, как уже и Игорь Эдуардович о нем сказал очень хорошо, он простой, доступный, несмотря на то, что был большим как бы чиновником, секретарь парткома института. Это в тот период времени значимый человек. Но к нему всегда можно прийти и посоветоваться и поговорить. И он всегда очень внимателен, очень был ко всем и внимателен, и принимал взвешенные решения, чаще всего в пользу человека, которого нужно как-то поддержать и, так, и направить немножко. Так что жаль очень хорошего человека, который был, много сделал для института, для кафедры, ну и для науки. Спасибо, Петр Иванович. Спасибо. Ну, я думаю, что мы все-таки продолжаем традиции и идеи, Владимир Николаевич, поэтому, безусловно, постараемся сохранить память и те традиции, которые он заложил. Спасибо, Петр Иванович. Владимир Иванович, ну вы рядом. Что-то там... Микрофон не работает, ну ладно. Слышно, Владимир Николаевич. Владимир. Уважаемые друзья, ну сегодня, видите, собрался такой узкий круг тех людей, которые фактически с Владимиром Николаевичем давно знакомы, и которым он, в общем-то, просто помог сориентироваться не просто там где-то там в работе, но и в жизни. И я как раз у Петра Ивановича вел у меня занятия, это мой учитель по хирургии, когда еще Валерий Павлович Адушкевич заведовал кафедрой. А Владимир Николаевич – это вот мой учитель по жизни, когда он был секретарем партийного бюро, а я ходил в кружок на кафедру судебной медицины, он меня пригласил и говорит, я вот
вижу ваш ребятишек с горящими глазами. Чем вы занимаетесь? Я говорю, я вот самодеятельность скажу, там оркестром руковожу. Он говорит, ну а делом ты когда займешься? Ну, я говорю, каким делом? Третий курс. Он говорит, ну вот я тебе предлагаю с Юрием Михайловичем поговори с Гладышевым, там у него вакансия намечается, и на будущее надо, говорит, вот настраиваться на то, чтобы вы уже привыкали вот к научной работе, вы там раскроетесь. Кем ты будешь, неважно. Но вот здесь кафедра и ЦНИЛ наши раньше тесно взаимодействовали, может, он вам поможет и раскрыться. И вот если есть еще ребята, давайте, приводите. Вот так они искали людей. Вот, потом они рекомендовали нас и в комитет комсомола, я думаю, помню, Игорь Эдуардовича тоже, с Анатолием Степановичем, они так вычислили. Потом поступление в партию не просто была какая-то протекция на какой-то рост, как это называется, карьерный, да. Хотя это, в общем, сейчас и не возбраняется. А это там как раз школа была, партийная школа, это кадрового резерва. И тогда вот проверялись эти люди там, может быть, мало случайных людей попадало потом в руководители. Там они росли и за нами постоянно следили. Нас брали с собой на партийные семинары, мы слушали все там эти лекции, выступали сами. То есть нас учили общаться вот на разных уровнях, и, может быть, это помогло потом. Естественно, конечно, не может быть, а естественно помогло потом нам и в нашей дальнейшей работе. Ну, я вот как профессионал, Владимир Николаевич, запомнил на всю жизнь, он немножко так щелкал нас по носу на кафедре. Я проводил занятия, будучи ассистентом. А тогда же морг у нас был здесь, и рядом кафедра наша вручалочка топографической анатомии и оперативной хирургии. И мы часто обращались за консультацией, если что-то нам топографически было непонятно, как правильно писать раневой канал, чтобы все войти туда, чтобы прокуратура – это такой орган, который требует доказательств. И однажды вот нам привезли труп больного из второй больницы, он там умер, ну, поступил он с подозрением на аппендицит, по обстоятельствам были с каким-то другом на рыбалке, там у него в правой подвздошной области как там возникла вот эта боль, он забросил спиннинг так резко, и оттуда вот его напарник привез, что вот, говорит, похоже на аппендицит, у меня тоже так же было. А во второй больнице, когда Горкер оперировал тогда, Владимир Георгиевич помнит, и все хирурги знают, сделали разрез, а там забрюшины гематомы обширные. Значит, следователю сообщили, ну, вызвали сосудистых хирургов там, чтобы помогли. Они говорят, так, с кем он был, с товарищем, и его в КПЗ. Сиди, говорит, пока не разберемся с этим, что было. Значит, ну и когда мы пошли на вскрытие уже, смотрим, там еще и жидкая кровь в брюшной полости. Я попросил Владимира Георгиевича, чтобы пришли, пошел ребят, послал. Они возвращаются, говорят, Владимира Георгиевича нет. Он всегда, Владимир Георгиевич, с удовольствием к нам общался. Мы когда обращались, помогал нам. И пришел Владимир Николаевич. А время уже, наверное, 6 часа вечера. Значит, он говорит, что у вас? Я говорю, да вот, забрюшенный гематом огромный. Не знаем как, в мягких тканях кровоизлияний нет. Как образовалось, непонятно. Он говорит, ну а посмотрели, откуда из забрюшинного пространства вернет, оттуда источника нет, короче, все сосуды на месте, почки на месте. Он говорит, ну а куда ведет? Я говорю, ну ведет вот куда-то вправо туда, к ноге, по фасциям такой футляр массивный. Он говорит, ну давай посмотрим. Одевается сам. Вот. И потом, по-моему, Владимир Георгиевич, если, может, забыл, но подошел Владимир Георгиевич. Оказывается, он никуда не уходил, он просто отходил с кафедры. И вот они вдвоем, значит, тупо пальцами там дошли до вот этой, хирурги знают, внутренней, значит, подвздошной артерии, а там разветвление, вот если вот взять палец, и где-то ниже бифуркации увидели вот этот, вот, ну, буквально 3 миллиметра разрыв этого сосуда. И 5 часов оттуда текла кровь, когда он вез его с рыбалки, далеко было в Нахапёрском районе, вот, и 4 часа мы провели вот вместе с Владимиром Николаевичем и Владимиром Георгиевичем там в этой секционной, чтобы найти вот эту истину. А там же сидит человек, и прокурор-то ждет, он тоже не уходит. Он у нас в кабинете сидел, левит, не левит тогда, другой был прокурор. И, значит, да, и, значит, что делать-то с ним? И вот он говорит, Владимир Николаевич, вот видите, вы же хотели быстро все сделать, а надо делать так, что до истины докопаетесь. Вот она, аневризма, из-за аневризмы кровотечение, вот такое обширное, и вам надо работать вот так. И после этого мы попросили тогда кафедру, чтобы они провели у нас несколько циклов повышения квалификации по топографической анатомии, чтобы мы вот не терялись в таких ситуациях и так далее. Я почему сказал, по носу щелкнули. Все-таки мы самонадеянно думали, что
вот эти топоры, пули и так далее, это наше, а оказывается, наше все, что в организме человека, и нужно в этом случае вот таким путем идти. И, конечно, я благодарен Владимиру Николаевичу, когда меня назначали заведующим кафедрой, я пришел с ним посоветоваться. Я где-то больше середины пути прошел по докторской, но боюсь, что не успею, вот если я буду отвлекаться на эту административную работу. Все-таки и тогда было, и сейчас, вы знаете, заведовать кафедрой – это многофакторная такая работа, многосторонняя. Он говорит, ты знаешь что, надо тебе напрячься, сориентироваться, значит, так, чтобы ты успел и то, и другое. Потому что если ты сейчас не успеешь, придет другой человек, ты можешь вообще даже не закончить. Вот и все. Я, говорит, вам помогу. Вот то, что надо, и вот он человек слова и дела. Он сказал, он следил, я много раз отчитывался на партийном бюро, на заседании парткома, они следили тогда, как мы вот проводили в жизнь вот эти наши научные исследования. Сейчас одна научная часть, допустим, они беспокоятся. А тогда все старались сделать так, чтобы люди выросли и помогали, чем могли. Ну и чтобы, если уж не было такого пустозвонства, какого, как идут дела. Если что-то не получалось, ну, без сожаления расставались. Хоть и жестко было, но все-таки такая партийная дисциплина приучала нас к обязательности, к ответственности и так далее. Вот я его таким запомнил, конечно, ему благодарен. Ну, естественно, конечно, жалко, что такие люди уходят так рано. Но нам с них надо брать пример и продолжать их дело. Иначе тогда вот то, что мы сейчас говорим, это будут просто пустые слова. Спасибо, Владимир Иванович. Валентина Никитична, вы бок о бок с Владимиром Николаевичем в ЦНИЛе трудились, занимались научными исследованиями. Расскажите, пожалуйста. Ну, я с Владимиром Николаевичем познакомилась, я даже помню эту дату. Это было 5 марта 1965 года. Почему я запомнила? Потому что я в этом в начале этого года муж меня привез в Воронеж, а в Ростове я закончила университет и работала в научно-исследовательском противочумном институте 2 года. Причем уже тогда он был такой современный, очень много чего там было. Я там заработала шикарную себе характеристику, вот, потому что была и спортсменка, и комсомолка, и все прочее. Вот. Но приехала к мужу в Воронеж, как-то мне он сказал, да ты, говорит, не обращай внимания, Ростов там такой город, вот, он сказал. А рабочий, Воронеж рабочий город. Я говорю, ну мне где работать? И вдруг я, мне моя подруга сказала, ты, говорит, наверное, прозевала, в коммуне было объявление, что ЦНИЛ, Центральная научно-исследовательская лаборатория, объявляет конкурс на замещение младшего научного сотрудника. Оставался последний день, почему я запомнила. Я вот с этой характеристикой там пришла к Владимиру Николаевичу, а он, помню, где он сидел, на кафедре судебной медицины, у него был кабинет, причем он не один там сидел. Посмотрел все мои эти бумажки. Говорит, ну, в общем-то, вроде бы нормальный человек, но конкурсы будет ученый совет, как там все изберут тогда. И помню, этот ученый совет состоялся 8 марта, это был рабочий день тогда. Вот, ну, мне избрали вместе с Инной Савко. Ну, а что дальше? Пришла к Владимиру Николаевичу, он говорит, ну, пока вот еще ничего, давай иди на кафедру, а там, значит, мы тогда включимся в работу. На кафедре меня не приняли, как-то я так, наверное, обошла их, что ли, Клавдия Михайловна Хретинина очень ко мне так недоброжелательно отнеслась. Ну, неважно, слава Богу, в 65-м году, как вы знаете, этот СНИЛ открылся, нам отдали это здание. И вот там началась такая работа, которая мне, в общем, запомнилась навсегда. И почему еще? Потому что, во-первых, работали. Владимир Николаевич активно работал. Помню, даже кто у него был, как его назвать-то, ну, препаратором, наверное, Слава Ватутин. Вот он и здесь, он был студент. Лаборант, да. И вот он активно этих собак таскал туда-сюда. А мы изучали, ну, что можно было. Тогда у нас был только этот, электрокалориметр. Мало чего мы могли,
Ну, мы изучали энергетику, в общем, углеводный обмен, там, все такое. А Гармаш Белла, она вот все физиологические эти параметры изучала. А Юнали Жасанов, он гистохимию там, все такое. Ну, вот это все мы активно, но я почему это вспомнила, потому что в то время в ЦНИЛе был вот такой, ну, конечно, благодаря Владимиру Николаевичу, такая атмосфера дружеская. Мы все знали все друг о друге. Мы всегда помогали друг другу. Там шли молодые, шли защиты, никаких там ресторанов, ничего не было. Мы собирались внизу, на первом этаже, выносили столы, свои чайники, кружки, пили чай и все прочее. Все было. И вообще Владимир Николаевич был очень добрый. Вот я же достачанка, и мне хотелось домой часто туда, и он отпускал. Ну ладно, там и в субботу, ладно, там езжай. Вот, но в 69-м году на кафедре биохимии там был Борис Никифорович Матюшкин, его забирают в армию. Ему не было 30 лет, тогда было такое положение какое-то. Ну, а сентябрь, а я в сентябре в отпуске с мужем уехала. И вдруг мне мама звонит и говорит, срочно тебя вызывают в институт. Ну, это оказалось, значит, надо было вести занятия, и меня пригласили на кафедру. Ну, на кафедру я пришла уже с богатым экспериментальным материалом, конечно. Но Михалыча, если вы помните, он был очень энергичный, и очень почти за год я все это оформила. Но самое интересное, что когда уже дошло дело до автореферата, надо было куда-то ехать утверждать, объявить, что ли. И вдруг он увидел на обложке, что у меня два руководителя. Первый руководитель Кужман, а второй руководитель Владимир Николаевич Леснов. Ну, он, значит, разразился, какой-то биохимик, это биохимическая работа, это не положено, вычеркивает. Ну, я как что я могла это профессору сказать, сама там дрожу, думаю, нет. Ну и Владимир Николаевич тоже как говорит, совесть есть, ну как, на его материале сделана работа. Но к моему тогда удивлению пришла, Владимир Николаевич очень спокойно, он так посмотрел и говорит, да ладно, Валя, вычеркивай, мне, говорит, это не нужно. Вот вы представляете, кто-нибудь бы из современных профессоров сделал бы это? Мне кажется, нет. Но и надо сказать, что и никогда в жизни Владимир Николаевич мне не то, что напомнил это или как-то что-то. Наши оставались также такие дружеские отношения. Но я хочу сказать, не только с Владимиром Николаевичем, и с Еленой, с Евгенией Николаевной. Она мне вот здесь упоминали, что она помогала сдавать кандидатские диссертации, она и мне помогала эти экзамены. Потому что у меня всегда был немецкий язык, а чтобы сдать кандидатский минимум, надо было перевести монографию. В нашей библиотеке нашлась монография, вы сейчас ахнете. Это был монография Функа, которая открыла витамин В1. Берри-Берри, вот это вот оттуда, вот он изучал. Но если бы Евгения, ну, я бы, конечно, наверное, не освоила это. Но после этого у нас как-то вот такие дружеские отношения сложились и с Владимиром Николаевичем, с Евгением Николаевичем, потому что у нас дети младшие, вот я могу даже его назвать Дима и мой Олег, они, у них разница один год, они учились в одной школе, мы жили... Они жили около университета, я на Кирова. Вот, поэтому мы и в гости ходили, и дети, и вот в этих спортивных лагерях вот показывали его, Владимира Николаевича, там, мы тоже там. То есть у нас были вот такие, я не могу сказать, что мы были прям очень такими близкими друзьями, но дружеские отношения у нас остались на всю жизнь. Я очень рада, что мой Олег и Дима, что они продолжают, что они дружат. И еще, Дима, тебе спасибо, что ты вот продолжаешь дело своего папы. Спасибо.
Спасибо, Валентина Никитична. Владимир Георгиевич, ну и вы, конечно, как соратник по кафедре. Да, я после Петра Ивановича, конечно. Петр Иванович с первого курса, а я Владимира Николаевича знаю. Со второго года Владимира Николаевича. С какого года? Я-то думала, я, Владимир Николаевич, не перебивай, я тебя не перебиваю. Молчу. Я Владимира Николаевича знаю со второго года аспирантуры, его аспирантуры. Я, будучи студентом и нуждаясь материально, Лаврова мне предложила работать в экспериментальной операционной на кафедре оперативной хирургии. У меня было среднее медицинское образование. Я, конечно, в общем-то, собственно, охотно согласился. И вот сюда я, придя на кафедру, я встретился с Владимиром Николаевичем. У Владимира Николаевича, если не ошибаюсь, это был 60-й год. Второй, конец второго года, начало третьего года аспирантуры. Ну, во всяком случае, у него еще экспериментальные работы, в общем-то, собственно, шли полным ходом. Я что хотел, в общем-то, этим сказать? Что так сложилось, в общем-то, в жизни, что с Владимиром Николаевичем я делал резекцию нервных сплетений. С Владимиром Николаевичем, причем это, в общем-то, вот Дима, можно так, Дима? Дима вот говорит там автором, Леруа там, еще кого-то там приводил, все это было. Но, в общем-то, собственно, индуцировал вот эту тему Владимира Николаевича Татьяна Федоровна. Если кто заглядывает иногда в топографическую анатомию, Лубоцкий, Бомаш, там в разделе «Иннервация органов средостения» здесь ссылка на Лаврову. Она, в общем-то, собственно, занималась несколько иннервацией, топографией сердечно-легочных нервных сплетений. И вот придя на кафедру, в общем, собственно, это один из ее первых, почему один из первых, первый ее аспирант, она, в общем-то, собственно, и сунула его в эти нервные сплетения. И вот там субортальные, ретроортальные, преортальные нервные сплетения. И, конечно же, в общем-то, собственно, кто-то говорил об идентификации. Никакой идентификации не было. Дима говорил. Ничего не было. Соединительные, в общем, футляры и в рыхлой соединительной ткани, вот эти вот сплетения и все вот эти исследования. Так что вот с Владимиром Николаевичем довелось вот этим. А потом были и стенозы митральные, были стенозы аортальные, и были эзофагокардиографии, все, собственно, это при моем непосредственном, при моей помощи, при моем содействии. Я черновую работу там делал, в общем-то, собственно, я. Что я хочу еще сказать о тех временах Владимира Николаевича? Он никогда не порывал связь с кафедрой. Он аспирант, он защитил, уехал, в общем-то, собственно, на работу во Владивосток. С Владивостока вернулся сюда, прямо вернулся на заведование ЦНИЛ. Но, придя в общем ЦНИЛ, он каждый год брал себе учебную группу. Поэтому он шел, целенаправленно шел. Он брал группы, занятия проводил. Причем брал он обычно группу каждого факультета, тогда три факультета было, каждого факультета по одной группе брал. Ну как это так, я, в общем-то, собственно, потеряю что-то, я что-то не услежу там и прочее. Ну и потом, когда пришло время ухода Татьяны Федоровны, конечно же, в общем-то, собственно, никаких сомнений, он уже докторскую защитил, профессором был, никаких сомнений, что должен быть Владимир Николаевич, ни у кого, собственно, не было. Поэтому Владимир Николаевич достойнейшим образом занял вот это вот место. И знаете, если при Татьяне Федоровне она больше внимания уделяла науке, как-то к учебному процессу так, постольку, поскольку. У нее и аспиранты, и ассистенты, все вели одинаково занятия, все на экзамены были, все было. Когда вы принимали аспирантов? Все, да, я об этом, все. Вот, то Владимир Николаевич, придя на кафедру, он больше внимания все-таки уделял учебному процессу. Вот эти все, вот Александр Васильевич называл вот эти все многочисленные, начиная от слайдов и кончая тренажерами, которые до сих пор стоят. В общем-то, собственно, наше совместное творчество. Владимир Николаевич всегда приветствовал это и сам принимал самое непосредственное участие. От начала до конца. И учебный процесс для него был это святое дело.
идет учебный процесс. Ну, те, кто давно помнит, там вот здесь кафедра педагогики, завкафедры педагогики сидит, и вот эта вот учебная комната, там был Грязнов в том кабинете, был завкафедры наш, а тут ассистенты, доценты, лаборанты, все были сотрудники вот в этой вот большой комнате. Вот, вот выходит Владимир Николаевич, идет учебный процесс, выходит Владимир Николаевич, и смотрит, кто-то сидит из сотрудников, говорит, ты что, бастуешь? Это почему ты не на занятиях? И все знали, что если идет учебный процесс, и говорил он, с учебных занятий или в занятии можно приглашать преподавателя, телефонов мобильных не было, один на всю кафедру, он и сейчас номер этот же телефона, Александр Васильевич, цените, тот еще с Лавровой, номер телефона не менялся. Добавлялись впереди цифры, но все осталось то же самое. Но, говорил, если только члены семьи, звонок члена семьи, и если, в общем-то, собственно, что-то уж такое необходимое, пожалуйста, приходите. Но для таких вот разговоров телефон не существует. Поэтому учебный процесс для Владимира Николаевича был, в общем-то, собственно, превыше всего. Идет, в общем-то, собственно, к лекциям он готовился самым тщательным образом. До Владимира Николаевича я даже не помню, вот у Татьяны Федоровны, в общем-то, собственно, да, и не было написанных лекций. Владимир Николаевич все лекции писал сам. И не просто в рукописи, он на машинописи, в общем-то, собственно, все лекции у него были, в общем-то, собственно. Он постоянно работал над учебным процессом. Пришли вот эти гелевые сорбенты. Евгений Федорович, конечно, тогда он был маленький, не помнит. Гелевые сорбенты, в общем-то, собственно, начинали мы с Владимиром Николаевичем гелевые сорбенты и использовали их как гидрогели для модификации патологических процессов, связанных с обтурацией или со сдавливанием полых органов. А потом все вот, вот это, а потом все это пошло. То есть, а до этого еще, Владимир Николаевич, еще одно увлечение было. Трансплантация кожи. Кролика брал одного белого, другого черного. И сух одного кролика с белого пересаживал на черного, с черного на белого. И использовал вот эти препараты, которые там подавляли иммунологическую систему. Тоже интересный, в общем-то, собственно, разделы были. В общем, все вот, вот эти его, в общем-то, собственно, начинания, они продолжаются, слава Богу, и по сегодняшний день. Но одно важное, вот Валентина Никитична сказала, я для себя тоже это, в общем-то, собственно, Владимир Николаевич ушел очень рано. И я думаю, что он был бы сейчас горд своей семьей. Посмотрите, продолжает его работу. Сын, посмотрите, внук, тоже, в общем-то, собственно, последователь его разработок. Так что в этом плане Владимир Николаевич, в общем-то, собственно, счастливый человек. Он, в общем-то, собственно, создал не только свою школу, но и сформировал вот, вот эту всю вот его последовательность. Так что и зря, в общем-то, говорят, вот безвременно ушел. Нет, люди, в общем-то, собственно, не уходят. Вот с 1994 года Владимир Николаевич, вот когда все это у него случилось, это было 4 ноября. И вот Владимир Николаевич говорит, слушай, Володя, я был завучем у него долгие годы, и мы работали с ним очень, в общем-то, собственно, близко, работали вот всю жизнь. Кстати, он был моим одним, и я был у него первый диссертант, оппонентом он был у меня, Владимир Николаевич, когда я защищал свою кандидатскую диссертацию. Это был 68-й год. Вот. Так вот, собственно, звонок Владимира Николаевича домой. Володя, у меня завтра лекция, мне надо в больницу идти. Ты... Причем всегда заблаговременно, не было у нас такого вот пожарного, в общем-то, собственно, чтива лекции. Если, в общем-то, собственно, он планирует лекцию кому-то отдать, он говорит, ты вот там будешь читать лекцию. То есть импровизации никакой, в общем-то, собственно, он в педагогическом процессе не допускал. Вот, и он говорит, мне завтра надо в больницу, ты прочитай вот такая-то лекция по теме. Вот это было последнее распоряжение Владимира Николаевича. Так что не уходят люди. Люди, в общем-то, собственно, остаются с нами. Пока мы сами живем, мы просто не имеем возможности общаться с этими людьми. Так что Владимир Николаевич, в общем-то, собственно, может быть горд и своим коллективом, и своими учениками, и своими ближайшими родственниками. Так что честь и хвала, в общем-то, собственно, всем им.
Спасибо, Владимир Георгиевич. Мне кажется, лучше сказать, чем сейчас сказал Владимир Георгиевич, просто невозможно. Официальная часть конференции, будем считать, закончена, а далее всех наших гостей приглашаем в конференц-зал на кафедре к чаепитию. Спасибо.